Вот эта штука меня не трогает, правильно? Блядь! Там фетиш и ног. Потому что ноги... Не понял, где ты еще устал прыгать? Там был фетиш... Я сказал про фетиш ног, где я такой... Что? Как это работает? Фетиш... Вот как после этого не поверить в поебистику-мистику? Скажи мне, пожалуйста, как после этого не уверовать? Да, он же безопасный! Он безопасный! Бля! Здорово, мои орлы, орлицы, орлихи! Сегодня мы будем очень высоко взлетать и больно падать. Ведь я решил вернуться в игруху под названием Chain of Two Beznary. Собственно, вот такие кульбиты цепь еще тут не оформлял. Ее немножко обновили, может быть, баги пофиксили, что-то обнули. Посмотрим. Я буду играть соло режим и в моих планах пройти всю игру и заспидранить ее. Понятное дело, нормал мод. Это где без чекпоинтов, это где если ты падаешь, ты орешь, материшься и понимаешь, что обратно тебя уже ничего не возвращает. Здесь можно играть четырьмя людьми, так что если тебе этот видос понравится, и ты скажешь, что тебе этот видос понравился, и ты сделаешь все действия необходимые для того, чтобы показать мне, что тебе этот видос понравился, я, соответственно, запилю что-нибудь с тобой. То есть ты эту игру покупаешь, пишешь мне в Discord сервате Колян, хочу, и у тебя есть очень большая возможность попасть в мое видео следующее. Сегодня какая планка? Сегодня планка пройти игруху. Пройти игруху в соло, что, собственно, упрощает главную механику, точнее, полностью ее убирает. Это механика связывания, механика БДСМа, ее не будет. Я не смотрел спидраны, но знаю, что максимальный спидран это прям ебейший, если без крыльев в Валькирии, это 58 минут. Соответственно, я, как человек, который в своей жизни никакую игру не спидранил, не собираюсь побивать этот рекорд, потому что там челики и обнутые. Но я собираюсь хотя бы, знаешь, что я собираюсь? Я собираюсь хотя бы не упасть в грязь лицом и пройти ее, получив ачивку за, типа, быстрое прохождение. Эта ачивочка называется «Пройти игру за 100... Какие стоп? За час 50 минут, в общем, час 50, прикинь. Это в два раза дольше, чем максимальный мировой, блядь, спидран. Я не знаю, что сейчас было, я немножко перенервничал. Давай тогда такую штуку здесь оформим, не будем ссать, давай погнали. Ладно, будем ссать. Здесь можно, знаешь что, вот этот кривой елдак вот этот тебя отправляет туда на остров. На платформу, ты туда залетаешь и, собственно, экономишь время, вместо того, чтобы крабиком из клипа вот здесь вот так вот перебираться. Поэтому, да, это полезная фича. Ну, здесь что? Здесь я на старую пещерку залезаю, значит, старый лезет на старую пещерку. Все по канону, вот так, оп, с мешочка на пещерочку, залез. Если ты думаешь, что я такой прошаренный, откуда я такой прошаренный? Так потому что я эту игру уже проходил один раз. Я ее проходил, и поверь мне, падений и криков было много. Бляха-муха. Я вот, знаешь что? Я не разминался, и это очень плохо, потому что я не чувствую сейчас персонажика нашего. Дуралейчика. Я не очень сейчас быстро все это спидраню. Я очень все это аккуратно делаю, потому что не хочу обосеренькаться, но ты меня понял. Ты меня понял, что я тебе объясняю. Ху, отлегло, бляха. Как же, знаешь, вот непередаваемое ощущение, для чего стоит покупать подобные игры? Для того, чтобы сжимался сфинктер. Он ни от чего так не сжимается, я тебе серьезно говорю. О чем ты подумал? Настоящие душевные страдания, настоящие эмоции и впечатления можно получить только в этой игре. Кстати, я никогда не пробовал на лестнице пойти налево и направо. Возможно, я сразу же автоматически пойду нахер, если это сделаю. Кстати, давай сразу будем цензурировать мат, которые я буду издавать, когда падаю. Давай сразу подумаем, какие слова я буду издавать во время падения. Рисковать не буду. А мог рискнуть, я бы прополз, мог рискнуть, сука. Потерял лишних 2 секунды. Ну и хер с ним. Главное, не упал. Самое главное, не падать. Буду падать, там вообще потери будут серьезные. Потери будут конкретные, и это мне не надо. Кстати, еще что я думаю. Может быть, видос залить целиком, чтоб ты полностью все прочувствовал и увидел всю игру, потому что игра глубокая, игра длинная. А может быть, так не делать, я хер знает. Бляха, вот сейчас не очень сделал, можно было с платформы сразу туда и вообще не париться. Но я, понимаешь, я не размят, я решил перебздеть. Вот сейчас по мере прохождения я разомнусь и буду рисковый. Сука, это еще уехало, падла. Ну все, ну все. Все из-за того, что я время просрал. Надо успевать в этой жизни все вовремя, а то будет вот такое говно. Но хуже будет, если я падаю. Поэтому это еще все цветочки.
Нихера себе. Я первый раз такое делаю вообще, я вижу. Воу! Нормально! И сразу. Опа! Бля, дед! Дед, ты что вытворяешь? Дед! Дед, успокойся! Нам не сюда, нам не в текстуры! Бля, ну дед. Просто на лестницу, ну старый, ну сбит прицел у чувачка. Таблетки забыл выпить, скачет сайгак, сука. Бля, ну знаешь, мне кажется, это не ад нихера. Быть таким дедом, с вот сколько ему, лет 70. В 70 быть таким, блядь, прыгать на батутах, цепляться за крюки каких-то квадрокоптеров, которые потом тебя куда-то уносят. Так это мечта, а не старость. 4 минутки я лечу. Нормально, нормально. То есть даже самый ебейший спидрайдер прошел игру за час. Ну плюс-минус. То есть получается, для спидрана этой игры, для спидрана, а мы знаем, что спидран — это использование всех фич по ускорению, с помощью всех гайдов, всех лайфхаков, составляет 58 минут. То есть 58 минут напряженного бега с учитыванием всех скипов и прочих-прочих скилловых моментов. Целый час, сука, такого напряга. Если что-то пойдет не так, то это время будет увеличиваться. И, кстати, так как игра свежая, спидраны все будут улучшаться и улучшаться, рекорды все увеличиваются и увеличиваются. Поэтому я думаю, что спидран этой игрухи должен достичь отметки 30 минут. Я не знаю как, но я верю, что это возможно. Я верю, что кто-нибудь когда-нибудь сделает 30 минут без крыльев Валькирии. С крыльями Валькирии там эту игру за секунду проходят. Потому что там можно летать. А когда в игре, где тебе нужно подниматься вверх, ты можешь летать, ну как, парить, как на дельтаплане. Ты как бы вниз паришь, но тебе как бы зашибись. И там другая гравитация батутов получается с учетом. Да и вообще всех любых подкидывающих устройств. Там блять, ты задолбала меня, слышь, ты меня не трогала раньше. Я соло играл без записи, ты ко мне не приставала, че доебала сейчас. Так, кубик еще не скоро будет. Вот бесячие моменты в этой игрухе, это когда, да, это когда тебе просто нехер делать, нужно просто ждать, и никак этот момент не ускоришь, понимаешь? То есть даже если я на этот куб раньше запрыгну, он все равно доедет до конца, и потом поедет обратно. Так что торопиться здесь не имеет смысла. То есть здесь я никак не проспидраню этот момент. Надо просто тупо ждать, пока он подъедет ко мне, развернется. Все, я запрыгнул. Кстати, я очень хочу этот момент попробовать с кем-то. То есть вот одному это не представляет опасности, не представляет никакой угрозы для нервной системы. А каково будет проходить этот момент, когда нас будет дохера? Вот это я не знаю. Это я не в курсе. Кстати, вот здесь есть нифиговые такие спидранерские фишки. Но здесь нужно рассчитывать тайминги божественные, как королю. Вот эта штука меня не трогает, правильно? Блядь! Ну нифиг! Ну сюда! Давай, дедок, 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 дедок. Не все потеряно, дед, не все потеряно, дед. Где мы? Мы в каких-то сараях. Ага, окей. Допустим. Я не очень понимаю. Походу. Нет, я понимаю. Ты что, дурак? Сука, у деда реально с АИМом проблемы. Так, а где мы? Где мы? Где мы? Где мы? Здесь батуты, здесь что? Здесь что? Здесь батуты, здесь лестница. Я что-то не узнаю момент. Я не узнаю момент. Алло, где? Куда я залез? Ага! Я очень высоко. Но что мне это дает? Подожди. Что мне это дает? Подожди. Я не просто так не узнаю момент. Я этого не проходил. Мне куда-то ниже надо спускаться? Бля, походу. Так, ну допустим. Допустим. Где я? Это сюда бежать. Это я поднялся. Это я тоже высоко, да? Нет? Да? Бля! Ну, Колян! Времени мало, времени. А где я зафейлился? На каком моменте я вообще зафейлился? Я уже все забыл. Вот там самолетик. Ну ладно, погнали. Хули там. Хули там, поехали. Вот сейчас я эту трапецию американо преодолеваю вот таким образом. Смотри. Все, потому что я уже размят. Я уже размят. Я уже умею. Я уже могу. Ладно, сколько мы просрали? Ну, просрали пару минут. Будем честны. Если дальше все пойдет гладко, это не повлияет на мое достижение. То есть я все равно его получу. Конечно, дальше гладко ни хера не пойдет, но я буду на это надеяться. Потому что, по сути, ад — это одна из самых сложных локаций. Казалось бы, она стартовая, типа бигинер для начинающих. Но, серьезно, после ада все как-то проходится, вообще не задумываясь. Задним числом, бля. Поехали. Ну, тогда обидно было, конечно. Не, вообще падать в аду я сегодня не планировал. Я не планировал сегодня в ад вообще идти. Но он не был в списке и в моем навигаторе. Я сегодня не хотел туда ехать.
Но меня туда заставили, я не виноват. Я просил, говорил, чуваки, не надо. Чуваки, мне рано туда. Чуваки, я оттуда только выбираюсь. А как я пошел на... Подожди. А, меня на самом, блядь, легком моменте, на котором просто не надо торопиться, меня откинула эта херня. Я правильно понял? Я правильно понял. То есть у меня даже с этим проблемы, я забываю, что меня скинуло вниз. Тут столько дерьма, который этим промышляет, что просто тупо забываешь. Кстати, слева, прям за моей вебкой, где и время написано, если что, я тебе буду говорить иногда. Сейчас 300 метров, и если смотреть на шкалу заполнения от самого низа до самого верха, я на такой писюлечке, на такой писюлечке, мне еще столько карабкаться, это ошалеть. Ну ладно, не буду думать о плохом. Буду думать о хорошем. Что есть хорошего в аду? Да хорошего мало, если честно. Поехали. Главное, меня не пихают вот эти мельницы местные. Зачем они вообще здесь нужны? А где котлы? Все говорят, что в аду есть котлы. Где котлы? Скажи, пожалуйста, где котлы? Вот это? Это статуя. Статуя мужика, у которого запор третью неделю. И он уже не может, блядь. Он скрестил яйца, скрестил руки и ждет, когда на него снизойдет благодать. Слушай, если бы существовал ад, там бы был бы вечный запор, мне кажется. По-любому. По-любому. Там была бы такая депрессуха. Так, кубик ко мне едет. Кубик ко мне едет. Кубик, молодец. Но все равно он далеко. Был бы он прям здесь, я был бы ему рад. Вот на этой штуке пойти вниз, это обидно. Это непрофессионально. Это как-то лоу-скильно максимально. Это какая-то херня, я считаю. Ну, погнали. Но вот здесь пойти вниз, это вообще гг. Но я не проходил этот момент в паре с кем-нибудь. Я думаю, в паре с кем-нибудь это будет прикольно. Якшаем. Опа. Опа. Нихера. Вот это могу, практикую. И сюда. Заебумба. И сюда. За. И сюда. Хороше. Оп. О-хо-хо. Ты что делаешь? Ты не надо. Так, прыжки по яйцам, прыжки по яйцам, по яйцам. Если что, это колонны, но кто, во-первых, спрашивает это раз, а во-вторых, что это как не яйца? Это колонны в стиле яиц. Кстати, я смотрел когда-то, я был ботаном-историком, что-то там сдавал по истории, меня заставили, я не виноват, я ни при чем. Вот, и там были колонны, и у этих колонн, оказывается, есть стили. И эти стили, они настолько разные, то есть один стиль... Блядь. Опа! Ну, сука! Дед! Просто перепрыгивай это говно! Ну, дедушка! Ну, блядь! Тут просто надо в самый последний момент прыгать, и ты вот так вот охеренно все преодолеваешь. Все, это такое ознакомление с механикой максимально тайминговых прыжков. Ну, все, можно отдохнуть. Можно отдохнуть с тобой попиздеть. А что, о чем будем с тобой пиздеть? О чем с тобой будем пиздеть? Здесь будет два лифта, поэтому пиздеть будем долго. Ну, собственно, что хочу тебе сказать. А я не знаю, я все забыл. Тут два мужика на запоре. А я поехал. Ну, в принципе, да, меня заставляли писать, и у колонн очень много стилей. Я не знаю, нахер тебе эта информация, я просто хочу поддерживать беседу, чтобы тебе не было скучно, понимаешь? Ты можешь тоже поддерживать беседу, бля, расскажи, как у тебя вообще, как у тебя сегодня прошел день вообще? Ну, типа, ну как он прошел? Никак не прошел, дома сиди, жара, сука, на улице. Да, согласен, пиздец вообще. А прикинь, что, а я треню. А я треню все равно, я срать на все хотел. Я иду треню на площадочку, потому что абонент в зал, это, во-первых, душно, скорее всего, хотя там, говорят, должны быть кондеи, там должно быть как в метро примерно по прохладе. Кстати, бля, в жару в метро зайти так приятно, как ты не заебался от твоего пиздежа? Кстати, черепахи умеют дышать жопой. Нормальная тебе инфа? Нормальная? Инфа-сотка, брат. Ты бы без этой информации не выжил в этом жестоком суровом мире. И как я заебал пиздеть, согласен. Как же, сука, заткните ему пасть, шакалу. Но я же, понимаешь, я играю, я напряжен. У меня потная майка, у меня потное лицо. Я, в принципе, уже олицетворяю потовые железа. И ты мне хочешь тут что-то сказать. И ты мне хочешь сказать, что я много пижу. Вот смотри, теперь тебе диктор что-то говорит. Давай, пока диктор говорит, я буду молчать, давай. А хер тебе, диктор, срать на тебя все хотели, понятно, срать на Что-то, прикинь, я сейчас заболтался, у меня как-то зрение раздвоилось, и я этой хуйни не заметил. Я реально не заметил херни. Он мне удачи желает, кстати, спасибо, бро. Спасибо, бро. Слушай, поддержечка подъехала. А ты мне что желаешь? Ты желаешь, чтобы я сейчас улетел на этих весах, правильно я тебя понял? Да, я все твои планы разгадал. 100% так оно и было. Опа.
Слушай, вот эти весы одному проходятся, потому что я уже отработал и изучил тут все моменты. Тихо. На дерево, сука. На березку. Опа. Хорошечненько, замечечненько. Ну и вот здесь не обосраться с прыжком, правильно? Блядь, не обосраться с прыжком! Ну это далеко. Ну это... Ты знаешь, что я все знаю? Ты знаешь, что я все знаю? Ты знаешь, что я уже знаю свою судьбу? Я уже вижу, что мне нужно туда. Я уже везде тут падал. Я все тут в курсе. Вот это, кстати, опять обидный прыжок. Это очень обидный прыжок и очень обидное падение, блядь. Потому что тут лифты надо подниматься. Ну, правда, заново кнопки не нажимать. Че, по сути, я просрал? Да я просрал примерно минуты 2-3, наверное. Слушай, если максимальный спидран, с учетом всех спидранерских фишек, реально, почти час, то у меня всего запасом 50 минут. То есть я могу просрать час. Казалось бы, много, да? Но мне почему-то так не кажется. Учитывая, что это достижение есть там у 1%, типа не одного, какой один, ты чё? У 0.1% всех игравших, то мне кажется, это серьезное достижение. Но я как ютубер, себя уважающий, гамер, который ни разу не играл в подобные онлиапы и прочее, должен это пройти. Все, когда-то с чего-то начинается, я хочу пройти еще этот... Getting Over It. Хочу пройти мужика, который по скалам кормит. Я хочу проходить эти игры, они классные. Поэтому надо начинать с нее. Надо начинать с нее, надо показать, чего я стою. Чтобы показать, чего я стою. А стою я мало пока что. Пока что я стою очень мало. Я еще в город даже, в жизнь не выбрался. Свет не увидел, понимаешь? У меня еще, знаешь, у меня душно в комнате. Надо окно бы открыть. У меня тут очень душно. И... атмосферка прям адовая. Мне жарко, понимаешь? Я максимально чувствую этого деда. Мне кажется, если бы ад существовал, если бы вот, собственно, вот это было бы с полным 4D погружением, то есть где я шлем бы одел, запахи бы чувствовал, то запахи были примерно такие же бы, и, собственно, температура была бы соответствующая, потому что жарко, сука. Все всегда хотели лето, жару, но когда жара наступает, ты смотришь на... Ебламфи, ты что творишь? Ебламфилион. Это древнегреческое имя, если что, пацаны. Я не оскорбляю никого. Не оскорбляю дедов, вы что? Дедов не оскорбляю. Детки хорошие, блядь, детки бегут по стволам деревьев, летающих в воздухе в аду, детки. Как детков можно не уважать? Детки, блядь, делают невозможные вещи. Я бы смог пробежать в аду такую дистанцию, пропрыгать? Я думаю, нет. Я думаю, нихера нет, у меня бы колени после первого батута отлетели бы. Ну, куда-нибудь в соседнее. Здесь смотри, здесь смотри, здесь смотри, 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 смотри. Видал, 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 видал. Ты думаешь, я это у кого-то подсмотрел? Херца там, это only мозги. Only мозги, кстати, 580 метров уже повыше стал. Чуть-чуть повыше стал, чуть-чуть по самоувереннее. Ну, главное ад закончить. После ада ничего сложного не планируется. Ад — это как бы первая локация, но так заведено, так получилось. Она какая-то самая такая депресснючая, самая угнетающая. И в ней тебе хотят показать все самые противные фишки. Не в плане фишки, а в плане они хотят показать максимальную мерзость всего того, что потом будет в других вариациях присутствовать в игре. Пизданул, так спизданул, я согласен с тобой. Спизданул, бля, как боженька сказал, конечно. Но ты понял, суть ты понял, суть ты уяснил. Здесь нужно делать королевские прыжки. Так, раз. Вот так вот, блять. Это не то, не так все задумывалось, ну ладно. Он, кстати, у меня не прыгнул. Если он так сделает в любой другой ситуации, где я буду над пропастью, я, сука... И вот это, видишь, обруч на мне? Я порву его, порву свои трусы, если такие имеются. Представляешь, вот какой он потный? Ты представляешь, какой он в аду потный? Ты представляешь, что там происходит в трусах у него? Ты просто... Не надо представлять, не надо представлять. Там запахи, ё-моё. Там такие, сука, ароматы. The Subway Station! Subway Station! Окей, здесь нужно делать чики-пучные прыгалки. Прыгалки чики-пучные. Вот отсюда, опа, полетел. А здесь вот так вот, оп, хорошо. Здесь тайминги нас учат. Показывают нам, что мы ебланутые, мы не умеем прыгать правильно. Потому что, ну, первые разы я не понимал, как оно работает. А смотри, там идут две вот эти херни. И когда они пересекаются, нужно пойти за той, которая дальше от тебя. Ты ничего не понял, не знаю, зачем я для тебя это объясняю. Ты все равно просто пялишь картинку и хавает еще что-то там, прикинь. Собака, бля, что-то еще жрет.
Представляешь, приятного аппетита, кстати. Сука. Приятного тебе, сука, аппетита. А я вот тоже бы поесть не отказался бы, знаешь, чего-нибудь такого. Чё бы я навернул? Да, вот, сука, официант. Красный официант, этот, хазбик, блядь. Что посоветуешь? Что посоветуешь для навертывания в кишечник? Бля, второй подключился. Сука, два пиздуна. Два пиздуна и третий еще на вебке, прикинь. Какой же гандон на вебке. Не проходит, сука, нормально. Падает на каких-то изичных моментах. Кстати, здесь есть в поездах дырочка, и как-то я в нее упал, прикинь. На батуте летел-летел и прям в дырочку. Прям хорошо. Ну, как, не очень хорошо, конечно. Вот тот самый трубный момент. Трубный момент, молись за меня. Скрести все, скрести все конечности. Скрести это трубы. Здесь будет очень мерзкий момент, на котором падали даже спидранеры. Вот он, я уже близок. Я близок к этой скотине. Если ты проходил игру, ты знаешь о нем. Ну, скорее всего. Все, больше я ничего не боюсь в этой игре. Сука, что ж тебя коробит так, дед? Ну это радикулит, как бы, конечности уже не те. Бля, еще пропрыгал все без карабкиваний. Время сэкономил, 20 минут, я почти из зада выбираюсь. Почти из зада. Неси меня вверх. Получается, что мне осталось? Мне осталось, да тут по копейкам получается, правильно? Да, здесь вот эта вот херня, которая уже была, которая... Здесь птицы летают? А я не знал. Че говоришь? Press на edit локацию, pause меню. Он что-то мне советует, но я клал на него. А, здесь есть автомат, на котором я попробовал запрыгнуть вот на этот бок его маленький. То есть у него есть широкая сторона, есть узкая. И я боялся прыгать на узкую, потом подумал, а чё бы нет, сэкономлю время, прыгнул на узкую, упал чуть ли не в самый низ, блядь. Было обидно, шо пиздос. Так, здесь тихо, спокойно. Здесь все это проходится. Здесь без проблем, блядь, просто изичный прыжок. Такой, опа, и все, и все. Никаких напрягов. Никаких напрягов. Здесь тоже филигранно, нужно просто долетать. Здесь он долетает, здесь он проблем не знает. Здесь тоже элементарно. Вот я уже слышу эти маршрутки. Эти поезда, которые хотят меня нахер скинуть отсюда. Опа, красиво. Здесь я, конечно, разработчика в гости приглашал на таких прыжках. Здесь я разработчика слал нахер. Но здесь проходится. Все, две кнопочки нажимаются. Две кнопочки нажимаются, дверки открываются. Как же все, сука, ритмично, красиво. Здесь, да. Сложнее всего это проходить спидранером, потому что я-то могу не торопиться, они при мне прогружаются, и прыжки здесь элементарные. А спидранеры, они должны заучить, где они находятся, чтобы бежать по ним, не останавливаясь. И вот это уже конкретный заезд. Это конкретный заезд. Так, все, поехали. Самый долгий, самый медленный момент в игре, вот, пожалуйста, это он. Это самый такой, самый скучный. Ничего здесь не происходит. Здесь ты просто скучаешь. Я мог рискнуть, я согласен, я мог рискнуть. Но я не хочу, брат, но я не хочу. Мне заново это перепроходить. Кстати, здесь ты никуда не упадешь. Ну, я имею в виду, куда здесь падать? Здесь огромная платформа, которая тебя засейвит. То есть это тупо мерзкий момент, на котором, если ты упадешь, тебе будет мерзко лезть еще раз. Тебе будет максимально невкусно лезть еще раз. Я успеваю? Бля, ну я подожду. Да хер с ним подожду. Я знаю, что она так долго это делает, но я все равно буду ждать. Мне не сложно. Мне как, вот здесь я пройду. Здесь я пройду без проблем. И то, смотри, это паскуда. Она довольно оперативно все делает. Здесь ждать, проходить, есть, я подожду. Я подожду. Ничего, постарею еще на 2 минуты. Ну ничего, прибавятся 2 седые волосинки. Сойдет. И похер. Так, здесь что? И потом третий поезд, да? Первый проехал, второй проехал, третий. Бля, четвертый. И я здесь. Фу. Но это легкий момент, просто нужно понять. Нужно понять алгоритмы, так он не особо сложный. Тем более я играл в Subway Surf, а там по этим поездам, ух, я так скакал по ним. Я так скакал, чем ты хочешь меня удивить, игруха? Чем ты хочешь меня удивить? Четырьмя поездами? Да я эти четырьмя поездами только в 3 ряда вертел, понятно? В 3 ряда 4 поезда вертел. Вот здесь, смотри, как можно сделать. Здесь можно вот так вот на колоночку, на балочку, и еще мимо сигануть, и в самый низ, перед вот этим финальным аккордом. Так, подымай меня, тварь! Это очень быстрый лифт скоростной, это лифт в Бурдж-Халифе, смотри. Смотри, ты не видишь, как метры прибавляются? Но просто посмотри вниз, смотри. Все улетает! Я поднимаюсь максимально высоко. И, кстати... По общей шкале подъема, может мне реально вебочку куда-нибудь пониже убрать? Я не знаю, тогда тебе будет не видно чего-то тоже полезного.
Короче, хер с ним. 23 минуты. 23 минуты живу. Что происходит? Че он прыгает? Смотри, он не может даже прыгнуть здесь. Лифт настолько быстрый, что он успевает за мной. Здесь нет. Здесь максимальная гравитация. Я прыгать в лифте не могу. Он скоростной. Сверхскоростной лифт. Так, окей. 1 километр. Я вверху. Зи-сити. Зи-сити. Погнали. Зи-сити. Все. Без падений в Зи-сити. Давай так. Челлендж. Пройти Зи-сити без единого падения вниз. Ну, вместе со стройкой, вместе с домами. Это же изично. Это же изично. Все, Колян, проходишь. Сосредоточился. Филигранные прыжочки оформляешь. Проходишь, Колян. Красиво. Молодец. Так, здесь надо еще, да? Здесь надо еще. А без проблем. Вот эта балочка уже была в аду. Она прямиком из зада. Мы все пройдем, мы все пройдем. Все, пробегаем даже ее. Пробегаем, не останавливаемся. Эту херню мы видели. Да, смотри, вот эта штука приближается. Мы уезжаем. И они все, так сказать, расходятся, как в море корабли. И я спокойно пробегаю дальше. Я сам себя уже пиздежом заебал, на самом деле. На самом деле, да. Вот здесь можно упасть вниз нахер. А мы сделаем вот так вот, спокойненько, спокойно. Кран уехал, но мы просто помедитируем, мы просто расслабимся. Вот такие моменты, понимаешь, они дают нам отдохнуть. Да, кран съебал, да, гандон на строителе. Ну и что? Подождем. Давай, хватайся, дед, цепляйся. Сука, Джеймс Бонд местный, вот он, вот так выглядит место из Джеймс Бонд. Ты посмотри на мускулатуру, это пиздос. Кстати, судя по внешности, это японец, ох уж эти японские игры, бляха. Смотри, раз. Переворачивайся, сука. Хорошо. Прыжок, 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 прыжок. Красиво. Замечательно. Да, немножко не вовремя. Но обошлось. Че, обошлось. Не засрал свои панталоны. Хотя я не знаю, что там засирать. Там уже все. Слышишь, какая вонь от него, бляха. Какая же вонь. Кстати, в конце его ждут врата в рай, но я сомневаюсь, что в раю будут ему рады. Его же не отмоешь. Его же реально тупо не отмоешь. Ладно, прошли, прошли. Это первый вентилятор, будет еще двойной вентилятор. Вот это вообще неприятная тема. Здесь меня хотят напугать балочками. Но я клал на эти балочки, строители, работники. Вы че? Вы че, приколисты? Здесь, кстати, можно упасть. Здесь момент расслабляющий такой. Он полегче, чем кости. Он похож на кости, но настолько легче костей. Здесь просто не надо бегать, не надо торопиться. И все проходится, и все замечательно. Лучше не торопиться, просрать миллисекунды, но не упасть вниз и не просрать часы. Здесь, кстати, я не знаю, нам нужен этот трактор или нет. Кто-нибудь проходил без трактора этот момент? Но я возьму, чё бы нет. Может, ты не видел эту механику, это вообще ебейшее. Я реально беру трактор и могу поднимать свой ковш. То есть мне нужно захватить вот эту херню, поднять ее, чуть-чуть отъехать, потом вот так вот, оп, оп, и на баток, на бацик. Конечно, я мог ее отвезти, выполнить какие-нибудь заказы, но я же не рабочий, я не подписывался работать на этой стройке, поэтому я полез дальше. Здесь просто контейнеры двигаются, я не знаю, зачем они это делают, но, ну пусть, может им нравится это, бля. Хер его. Это неприятное падение, бля. Я уже почти там долетал, это очень неприятное падение было. Ну, сойдет, не помру. Не помру с горя. Окей. Главное, не в самый низ. Все это терпимо. Все это преодолевается. Ну, потерял там 2 секунды. Вот этот момент, кстати, не самый лучший в игре этот момент. Такой неприятненький, потому что это крутится в другую сторону. Как? Как можно было упасть? Я же все делал правильно. Нет, что я делал неправильно, скажи мне. Что я делал не так? Окей. Допытываю, как будто спрашиваю... Спрашиваю родителя после прихода с родительского собрания. Любого вообще тоже. Что я сделал не так, сука? Почему ты на меня смотришь, как на человека, у которого завтра публичная казнь? Причем по ее желанию, по ее усмотрению. Так, тихо, 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 тихо. Ну все, прошло, 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 прошло. Все проехало, все, я здесь, красота. Лезем на лестницу, расслабляем мышцы. Не знаю, зачем я так напрягаюсь, это же просто тупая игра. Ну вообще, это спидран, по идее. Но у меня нихера не спидран, я уже падал раз 6. Но, кстати, хочу тебе сказать, спидранеры тоже падают. Спидранеры падают, и не специально. Спидранеры реально падают, потому что нет еще идеального спидрана, насколько я понял. Идеального спидрана пока не существует, все где-то там фейлились. Поэтому еще я тебе говорю, до половины часа время можно дотянуть до половины часа. Крутись, пожалуйста, сука. Окей, где моя девочка, где моя сладенькая, где она? А где она должна быть вообще? Подожди, я забыл. Это вот это она? Это мне? Да, это моя девочка. Что-то она далеко от меня так. Ну ладно. Главное на нее допрыгнуть, правильно? Правильно. И про кубик не забывать, который крутится. Все, прыгаем, прыгаем, прыгаем.
Замечательно. Кстати, мне музычка здесь нравится. Она такая, знаешь, максимально расслабляет после того, как ты вообще... Я не думал, я думал, вся игра будет про ад. Потому что посмотри, в какой одежде. Я явно парень не городского типа. А нет, я уж тут на стройке. Да и потом меня ждет здесь много приключений. Если ты не видел фул игру, то приятного просмотра, здесь еще тебя много что удивит. Да, меня здесь вряд ли что-то уже удивит, потому что я вроде все помню. Но, тем не менее, какие-то новые моменты я для себя постоянно в этой игре открываю. Она классная. Да, отсюда можно упасть в самый низ, конечно, конечно. Но здесь очень сложно это сделать. Здесь очень много видишь всяких труб и прочей фигни, за которую ты засейвишься. С этого падать нежелательно. Тем более в моем случае. Сколько? 30 минут. 30 минут. У меня есть еще 3 раза по 30 минут. Ну, кстати, я бы не сказал, я так мало играл еще. Так мало играл, а игры впереди еще так много. Чувачок уже заснул. Представляешь, это ты смотришь мой видос. Просто уже дрыхнявишь. Нормально. Как же он сбивает тебя? Он еще, прикинь, специально приходит на вот этих прыжках. Мерзких. На мерзких прыжках специально к тебе. Припизживает. Опа, опа, красота. Я не знаю, как я на этих шарах падал. Я просто не до конца понимал их механику. Теперь тут все ясно. Теперь тут все понятно. Опа, опа. Опа. Замечачечно. Замечачечно. Так, куда мне? Куда мне? А, мне вот эту штуку дверь поднимать. Все. Нам показывают еще одну новую механику. Опа, опа. Прям в последний момент. Как форсажи каких-нибудь. Ну, здесь пошли вентиляторы. И не те запретные, которые мне в Discord сервер кидают. Не те. Если хочешь увидеть запретные вентиляторы, собственно, приглашаю в Discord сервак. Лучшая реклама, бля, я сам херею. Я сам херею. Может, мне на рекламный податься? Я сейчас выбираю, куда мне поступать, вообще, куда мне идти. Я хочу поступить в Chain of the Together. Я хочу поступить в деды. Бля, я хочу стать таким же шаулинским монахом и таким же охерительным дедом. Понимаешь, если в старости я буду такой же, как этот дед, так я в молодости не такой же, как этот дед. Сука, еще бы в старости быть таким. Я даже не уверен, что Арнольд способен на подобные кульбиты. Хотя не, Арнольд может все. Как думаешь, нет? Прав я, нет? Вот эта покрышка почему-то хочет перебздеть и меня прям донести до самого финиша. Но я типа слажу с нее. Она очень долгая. Опа, магниты, это за мной, магниты, 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 сука, меня. О, успел на магнитный лифт. А как ему вообще нормально? Ему, по идее, шею должно расплющить нахер. То есть, получается, он настолько крепкий, он отрабатывал удары там на металле, на всем отрабатывал удары. И у него шея уже выдерживает любые напряжения. В принципе, позвоночник титановый, понимаешь? Киберпанк практически. Все, поднимаем выше. Это, получается, там дальше будет противный мост с палочками, на котором можно упасть и очень долго лезть потом. На нем нужно мне помолчать будет. Ты напомни мне, чтоб я не пиздел лишний раз. Ага. Это все я. Да, это я. Да, теперь смотри, стройку прошел, дальше локация с домами. Прохожу ее, не упав ни разу. Подожди, а я падал вообще до стройки? Ну, я падал с контейнеров, но это херня, правильно? Это же не считается, правильно? Так, все, не пизжу. Не пизжу. Просто прохожу. И тупо не пизжу. Я просто прохожу. И больше не пизжу. Бля, красочно, красочно, удивительно, бля, дедушка, дедушка, молодец. Это для чего ты сделал? Это чтобы вот так сделать? Ну, в принципе, одобряю, только, ну нахера, дед, если ты все равно время тратишь. Ему вкусно карабкаться, ему нравится это делать. Во, двойные вентиляторы, на которых я на стриме нахер пошел. Давай, оформляем. Бля, дед, забываю про этот нюанс. Опа, опа, опа! Сука, марафонец, беги! Беги! Найс! Сойдет! Пойдет! Так, дальше мне вот сюда. Ну, здесь невозможно упасть, правильно? Правильно. Здесь надо просто не карабкаться никуда деду, время на это не тратить. Кстати, такие балкончики с объединенными лестницами популярны в Англии, где-то еще. Но у нас почему-то таких нету. Я не знаю, может быть, где-то у нас такие есть. Ну, типа, в каких-нибудь кафешках, ресторанах. Но у домов у нас так не принято делать. А балкончики-то тема вообще прикольная с этими балкончиками. Здесь, кстати, тоже не пиздеть. Тихо. Ну, здесь упасть вообще. Ты понимаешь, как я низко паду, если я здесь упаду? Во-первых, для себя, в моральной составляющей. Во-вторых, ну, здесь падать реально обидно. Реально обидно. Не знаю, как по-другому выразиться, не матом. Ну, реально, реально не очень падать здесь. А на баннер хочешь? Захотел чуть-чуть. Вот здесь тоже падать неприятно. Я везде тут падал, понимаешь?
нету мест, где я бы не падал. Я, моя жопа везде решила сигать вниз. Но, кстати, дальше были места, которые я прошел прям с первого раза, и я не знаю, что меня ожидает, если я буду падать. Опа, опа, бля, ты такой, сука, скользкий тип, но ты молодец, ты прошел это. Но ты хотел, понимаешь, ты хотел выскользнуть. Кстати, здесь есть очень жесткий спидранерский момент. Я не смотрел спидраны, возможно, это официальный спидранерский момент, а возможно, нет. Так, я все помню. Вперед, налево, потом до куста, от куста, значит, здесь, огибаем. Да вроде все помню. Бля, уже все забыл, уже все, сука, забыл. Так, окей, значит, здесь огибание. Бля, здесь как-то вот так вот, правильно я понял, вот до сюда. Здесь я бегу, здесь потом нужно сделать такую кокулю. Здесь я иду. Иду. Здесь огибаю. Это под конец был просто прыжок отчаяния. Ладно, я прошел. Я не должен был много тормозить на этом моменте. Понятное дело, спидранеры даже не смотрят, как они там расположены, потому что они все время расположены одинаково. Они сразу бегут, они заучили эту тему. Фу, будет момент здесь очень хороший на этой, на почтомате, на маркетплейсе. Ну, в общем, ты поймешь, о чем я. Здесь будет очень классный момент. Кстати, он... А он впереди! До него совсем недолго осталось. Где можно сделать один ебейший прыжок, практически такой же, как на трубах. И сэкономить этим очень много времени. Прям очень много. Я тебе покажу потом. Поэтому, если кто-то спидранит эту игру и не знает про этот момент, вот, пожалуйста, Коляныч Плей открыл его для тебя. Хотя, возможно, все про него знают, но я как-то сразу допетрил до него, понимаешь? Поэтому, возможно, не я один такой умный, не я один гений, плейбой, филантроп, миллиардер, бизнесмен. Возможно, кто-то еще до такого додумался, и я просто сейчас покажу очевидную вещь, про которую знает чуть ли не каждый. Но я могу гордиться тем, что я открыл самостоятельно ее для себя. Поэтому, собственно, если ты мной не гордишься, но гордись мне, пожалуйста. Гордись мной, пожалуйста, не обидно. Вот, кстати, маркетплейс местный. Ну, здесь посылка, почта и прочая херь. Это типа лабиринты, которые должны меня смущать. Но, судя по деду, он так активно бежит. Он такое каждый день видел, разгружал. Это его воспоминания. Здесь элементарный момент. Просто не быкуешь, просто ждешь. Просто все легко. Просто все по таймингам. Дедушка у нас умеет. Дедушка у нас прокачанный, прокачанный дед. Все красиво. Еще прыгал вовремя, даже подтягиваться не пришлось. То есть прошло без лишнего кипиша. Приятная дорожка такая, по которой свалиться, но это просто себя не уважать. И вот тот самый момент, на котором надо подкрутить зеленую и желтую штуку. Смотри, зеленую мы крутим так, чтобы можно было отсюда прям на зеленую прыгнуть. Если ты видишь красную и синюю, нам нужно с них начинать. Но можно прям сразу с зеленой. Так, ну ее как-то, по-моему, вот так вот, значит, да? Вот так вот, да. Вот так вот. И желтенькую, знаешь, вот таким вот образом. Смотри, сейчас увидишь. Подкрутить ее, подкучевряжить. Вот так вот, чтобы можно было залезть сюда и потом сразу сюда. И здесь нужно сделать прыжок ебанутого человека. Что-то пошло не по плану. Что-то я прям даже визуально видел, что она далековато. Но я думал, долечу. Может быть, я не в тайминг до конца нажал. Я потерял времени, и это обидно. Ну, хотел повыебываться, не получилось. Как обычно, выебоны ни к чему хорошему не приводят. Ладно, опять маркетплейс пробегать опять. По ним трубам лазить. Сука. Ну, ладно. Здесь помним. Главное, помним, как это проходится. Остальное не важно. Опа. Ча. Оно запоминается за секунду буквально. Ну, конечно, ты будешь отодвигаться. Все, пошла сюда. Тварина. Падла. Да. А можно заспидранить отсюда? Нет, это нежелательно. Хотя можно, кстати. Можно попробовать, но нежелательно. Очень нежелательно. Сука, просрал я моментов чуть-чуть в своей жизни, но ничего. Ничего. Я думаю, это не критично все. Я думаю, это не сильно помешает моему шпедрану. Возможно, это время, которое, за которое дают достижение, это установленное разрабом время, типа, жесткое. Так, подожди. Ну, я же долечу отсюда. Я же долечу, правильно? Ну, не может быть, чтобы я не долетел. Может быть, как-то по-другому надо? Да не, вот эти штуки должны быть здесь. Ну, допустим. Ну, я долетать должен, смотри. Вот это тот самый был прыжок, тот самый. Был бы я Cybersport, я бы сразу запрыгнул, это понятно, но... Тут пришлось чуть-чуть попотеть. Жду. Не быкую, просто жду. Еще вторая будет, конечно, падла мразь.
Кстати, вторую можно сразу проползти, Я сказал проползти, сразу пятки убрал. Хорошо. Хорошо. Бля, ну здесь давай не карабкайся. Здесь, я так понял, главное препятствие деда, это то, что он начинает карабкаться. Вот так вот мерзко, противно это делать. Бля, дедок, только не беси меня. Дед, бля, не беси меня, пожалуйста. Можешь просто пропрыгать эти сраные коробки? Это же изейший момент. Это элементарнейший момент. Это... Ну ты понял. Здесь просто нужно с коробочки наверх коробочки. Ну, блядь, что может быть проще? А потом в контейнер. И все. Здесь должны быть что? Здесь должны... Да, да, здесь мне должны помочь. Боб-строитель нахерачит. А здесь до самого конца все. Я все помню. Я все помню. Здесь дед не подтягивается. Здесь дед красавчик. Зачем под конец уперся, не знаю. Может, пусть устал, дыхалочки не хватило. Но тоже молодец. Сойдет. Сколько мне еще с этим дедом разговаривать? Представляешь? Представляешь, сколько мне еще впереди ждет все. Не буду, не буду, не буду. Не быкую, не быкую. Все, пошли. Контейнеры, что дальше, что дальше? Я говорил, что пройду без падений. Это и все вообще, и дома. Ну, по идее, подожди, дома я прошел. Потом начался вот этот marketplace. Marketplace, я тебе не обещал, что пройду без падений. Да, я, кстати, упал, и упал обидно. Так, следующая зона. Это тоже строечка, город до сих пор. Но здесь уже все поинтереснее. Я, кстати, ее плохо помню. Ну как, не очень. Но, может быть, смогу пройти без падений. Посмотрим, как оно там, посмотрим. А, ну здесь, в принципе, довольно легкие прыжочки. Оно все несложное, правильно я понял? Теперь нам на эту, потом на другую, потом на следующую, потом на пятую, десятую, на четвертую, шестую, на седьмую, восьмую и за бита, и за яйца. Правильно я понял все? Потом сюда и... А, сразу на фургончик. Красота, чё? Ляпота. Не-не, это легко. Это легко, тут надо просто какой-то глазомер иметь встроенный, либо придрочиться. Либо придрочиться. Другого варианта не дано. Ну да, отдохнем. Хули нет. Опять еще один водитель рабочий крана, который, как всегда, меня подставляет. Но я могу отдохнуть. В такие моменты... Вот глаза сохлись, если честно, уже, блядь. Дед капли свои забыл, как бы в аду оставил. Либо даже ват не взял, не знаю. Но это самый целеустремленный дед, которого я видел в своей жизни, блядь. Я тебе серьезно говорю, на этого дедка нужно равняться. Ты посмотри, он даже по подмышке, блядь... Или нет... Непонятно. Просто, возможно, у него там уже какая-то просто вековая спалеозоя грязь. А может быть, это побритая подмышка. Не знаю. Просто грязная. Не ручаюсь за деда. Не хочу всматриваться в его подмышки, если честно. Я как бы не по подмышке дедочным движением. А что такое? Это что такое? Оно же не прыгает, правильно? Не, оно не прыгает. Прыгают вон те. Вон те крутящиеся суки прыгают. Это я помню. Ну, здесь прыжок. Ну, здесь... Нельзя этот прыжок зафейлить. Нельзя, согласен. Херня какая-то. Ну и этот тоже нельзя. И попрыгали нахер отсюда. И поскакали. Сука, дед, колени береги. Ну, у тебя же нету здесь ни паниацила, ни какой-нибудь таблеточки для суставов. Знаешь, можно эту игру вставлять под рекламу каких-нибудь реально таблеток для суставов. То есть вот он скачет, прыгает. Бля, ну я про тебя уже забыл. Это ты насрал тут? Напалмом. Нахера ты это сделал? Я же просто оббегу его. Ну слушай, не такой-то он сильный получается. Он даже этот сраный мостик надвесной не смог разломать этим метеором. Я так понял, он мешает. Я просто по-английски не особо, ну, спикую. Хотя, бля, do you speak English? Yes, of course, ёпта. И как бы мне что еще нужно? Но до конца я этот навык еще не развил. Так, что здесь? Что здесь? А, здесь подъезжает. О, здесь подъезжает. Буду накуканиться. О, хорошо, бля, приятно деду. На чем он стоит? На чем он держится? Он держится на силе. Силе притяжения, наверное. Силе отторжения. Я не знаю, но этот столбик меня явно не хотел. Так, погнали. Погнали, погнали, погнали. На этом моменте не падал никогда. И, собственно, можно начинать падать прямо с него. Прямо сейчас. А куда я здесь упаду? Йоп. Да, я отсюда падать не хочу. Я отсюда падать не хочу. Вы как хотите, падайте без меня. Я отсюда падать не собираюсь. Так, быстро, быстро, быстро. Бы хорошо. И прямо отсюда допрыгну. А, идешь ты нахер, лифт. Понятно, ждать еще тебя. Окей. Здесь главное понять механику прыжков. Главное увидеть, главное настроить глазомер, привыкнуть к деду, так сказать. Это единственный дед, к которому нужно в жизни реально привыкать. Который прям, ну, от этого зависит все. Поэтому ты привыкаешь к деду, и все у тебя в жизни идет хорошо все идет. Там можно было съехать, там можно было соскользнуть, сука. И эта бы тварь позволила мне соскользнуть. Но хорошо, контейнер вовремя одумался. Тут иногда, знаешь, так на
эмоционе, на инерции прыгаешь, потому что знаешь, ну куда тебе еще лететь. А потом видишь, что ты долетаешь просто тютенько в писюлечку, просто филиградненько долетаешь, и ты понимаешь, что еще бы чуть-чуть, и я бы не долетел. Это что, это все нормально? Это же не падает, правильно? Просто листы, сраные листы, да? Окей. Висят листы, в желудке глисты. Рифма ебейшая, знаю. Так, а что здесь? А здесь элементарити? Да бля, конечно. Конечно же. Ну они так возбуждаются и Все, лифт, короче. Короче, лифт, мужики, это я куда? А куда я на лифте? А я не знаю, куда я на лифте. Я на лифте опять на какую-то стройку. Нахер мне лифт, который ведет меня на очередную стройку? Не знаю. Бля, я потный. 44 минуты все сижу, а чё? В Клондроне я, по-моему, еще более потный. Или нет, или здесь более потный. Где я более потный? В Клондроне на челленджах, когда я до 50 левела выживаю. По сути, челленджи, они равны. Что там я хардкорить пытаюсь на максимуме. Кстати, по Клондрону я нихера себе так же хардкорщик получается. Я до 100 доходил, челленджи до 50 выполнял. Щелкал как орешки, я бы даже так сказал. Че только не пробовал. Получается, во мне уже живет дух хардкорщика. И если я сегодня выполню это за 1.5 часа, и ты увидишь, как у меня всплывает ачивочка, то ну я ж красавчик получается, правильно? Бля, об эту палочку можно было уебаться лицом, но я почему-то этого не сделал. А может быть сделал бы, проснулся и сказал бы, сука, сука, мне такой сон приснился. Вот примерно, знаешь, вот спрашиваешь, допустим, батю, как вот он служил в армии. И он примерно вот такую историю рассказывает. Ну вот мы сейчас играем 40 минут с тобой. Вот он рассказывает, вот так вот он шел вот так вот он шел за картошкой. Его попросила старшина, так сказать, драить туалеты. И вот это был его путь до туалетов. Он был настолько же опасен. Так, ну здесь мы не будем долго тупить, правильно? Окей. Эти метеориты хотят очень сильно нас напугать. Но мы не такое видели. Мы не боимся, правильно? Правильно. Я, кстати, здесь, по-моему, ни разу не падал. Стоит попробовать один раз упасть, хотя бы понять, что это такое и с чем его едят. Слушай, метеорит прям только что здесь пролетел. Повторного метеорита прилета не ожидается. Нет, летит, сука, смотри. Летит собака. Нормально. Вот я, помнишь, говорил, что самый муторный и долгий момент. Нет, вот это самый муторный и долгий момент. Возможно, там есть еще какие-то, но я про них не помню. Пролетай, скотина. Так, падла улетела. Хорошо. Падла Эскобар. Окей, этот летит мимо. Этот летит мимо. Он меня не трогает. Я его не хочу. А здесь метеориты сейчас прекращаются резко. Так, пым, и все. Больше не летят. Больше не летят. Собственно, желание я загадал. Кометы пролетали мимо. Настолько мимо, что я аж чуть-чуть... Чуть-чуть потяжелее стал. Хотя, как можно стать тяжелее? Подожди. И подожди, такой вопрос. Сейчас срочный вопрос. Экстренное включение. Если обосраться... Говорят, если обосрешься, будешь тяжелее. А почему? Ты же, по сути, из себя что-то достал. Ты должен стать легче. Точнее, ну как, ты должен, с одной стороны, стать легче, а с другой стороны, ты должен, ну, ничего не должно поменяться. Если ты, допустим, навалил себе в панталоны. То есть, ты должен массу ту же оставить. То есть, ты из себя что-то, так сказать, изъял, и что-то в тебе осталось. Бля, какие же темы я интеллектуальные затрагиваю? Я сам в аху. Так, подожди, нам куда? Нам сюда, нам сюда. Вот бы эта штука вела бы просто вот сразу тебя во врата в рай запихивала куда-нибудь вон туда. Но нет же, она будет ломаться. Ты, кстати, посмотри, насколько высоко я над этими городами. Это да. А где, кстати, вот такой аттракцион находится? Ну, типа, чтобы над городами по фурам попрыгать, там, по кораблям грузовым. Я хотел бы на таком поучаствовать. По-любому где-нибудь в Японии. У них там есть день пениса. Вот по-любому в день пениса они вот такую штуку в небо возводят, и люди должны страдать. Ну, по-другому как объяснишь? Никак по-другому не писишь. Мне сюда, правильно? Я правильно запрыгнул? А дальше куда мне? А дальше мне на палочку. На палочку, дедуля, на палочку. Бляха, ты шо? Ты шо, сука? Дед, у тебя сейчас давление подымется. Хорош таким заниматься. Так, со мной опять диктор пиздит. Это значит, что я достиг очередного какого-то ключевого момента. Здесь я проползаю, бля, хочу перебздеть. Перебздел не зря, не зря перебздел. Это четверные тыкалки. Кстати, они здесь все четверные, но перебздел я явно не зря. Давай. А меня ждет вертолет, кстати, я слышу вертуху. Я слышу вертухая. Вертухай меня относит в гарден или куда. Нет, подожди, до гардена мне еще пилить и пилить. Больше половины прошел.
Не прошло часа, я прошел больше половины. Найс, еще сейчас вертолетик меня выше подымет. Найс, больше половины игры. Ну как? Там еще самая жопа впереди, но больше половины-то я преодолел. Хоть вентилятор включаю в реальной жизни, я потею. Нереально, я лысею в форме Колизея. Погнали. Был бы здесь Костян, он бы сказал, я не могу стоять. А я не могу устоять и не пройти эту игруху. Да, 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 дальше вот эти какие-то индусы, какие-то религии, какая-то вот эта вот вся поебня. Она похожа на Гарден, типа на финальный уже локайшн, но это не она. Кстати, вот этот лайфхак кто-то юзает вообще, он типа реально время экономит, представляешь? Не знаю, насколько сильно, но экономит. Этот момент со скалой меня тоже удручил. Я не сразу догадался. Тут я тупанул. Когда я первый раз проходил, я не сразу догадался, что по этой лозе можно забираться. Я пошел на пушки сзади. А эти пушки, они просто с сейвовых островков. Поэтому да, тупанул я знатно. А здесь, кстати, нужно быстро все делать. Здесь надо максимально быстро. Все, погнали, погнали, поехали, 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 поехали. Просто пузырик, бомбочка в ванной, которая это оживляет камушки. Камушки становятся весомыми. Сейчас я вообще не отстаю от пузыря. Как бы это ни звучало, я не отстаю от пузыря, я успеваю за пузырем. Вот, кстати, сейчас я здесь отстану. Но нормально, он мне форы дал в начале, поэтому здесь я чуть отстану, а потом я пойду нормально проходить. Когда там будут ровные прыжочки. Там мне надо будет даже ждать пузырь. Окей. Да, если что, пузырь потом их растворяет. Поэтому... То есть, с одной стороны он их строит, с другой стороны убирает. И надо бежать все время в пузыре. Механика офигенная, согласен. Механика ошалевшая, мне нравится. Мне нравится, что эта игра иногда удивляет. Прям конкретно удивляет. Ты думаешь, ну... Ну, блядь. Ну, чему тут... Какая еще механика может тебя здесь удивить? А, удивляет. Очередной раз. Тут опять эти адские текстурные лестницы. Но я тебе еще раз говорю. Это не Гарден, это наебца. Это так. Это фигня. Кстати, здесь вообще возможно упасть. Здесь настолько сейвово, посмотри. Птички поют. Кстати, здесь довольно приятно. О, видишь? Кто эти люди, я не знаю. Но они что-то сидят, что-то хотят от меня. Погнали. Я не помню, но, по-моему, я бегу правильно. Ну, а как здесь можно неправильно пробежать? Но локация атмосферная, я охерею. Сразу вспоминаю какие-нибудь Bloodborne. Сразу вспоминаю какую-нибудь другую ебань. Ну, кстати, Bloodborne офигенная игрушка. Ёбанью я назвал, не знаю почему, просто такое настроение. Называть все ёбанью. Проходим. Еще одна механика с подстреливанием мишеней. Если бы у меня эти шарики еще были бы ограничены, было бы вообще забавно. Но нет, разработчик не настолько ошалевший черт, чтобы такую механику добавлять. Получается, тогда бы все, я не прохожу, да? Или придется идти другим путем, который очень, сука, длинный. Прикинь, вот так бы сделали. Так, ну здесь же просто прыжочек, правильно? Просто прыжочек. Ну, типа, безвозмездный, без каких-либо утрат здоровья. Погнали, погнали. Волки? Не волк, ты тигр. Лев сильнее волка, но волк в цирке не выступает. Змея длиннее волка, но у волка с ней разговор короткий. Понятно? Так что не надо мне тут. Так что не надо мне тут. Так, мне на лифт. Мне на лифт. Я раньше, знаешь, когда первый раз проходил, я не торопился. Я забегал в каждое здание. Это же просто, по сути, текстурки. А я думал, что в каком-нибудь здании можно будет нажать на Е, поклониться какому-нибудь идолу и улететь петардой ракетой на самый верх. По-любому, кстати, где-то здесь так можно. Мне кажется, разработчик добавил такую фичу. Хотя, если бы он ее добавил, ее бы уже нашли. А, возможно, ее до сих пор не нашли, представляешь? Если бы ее нашли, прохождение, мне кажется, было бы быстрее, чем за 56 минут. Прикинь, вот смотри, мы проходим 52 минуты, а вот тип через 3 минуты уже всю игру пройдет. Тут насколько, блядь, где он так насрезал в этой игре? Так, здесь еще, во-во-во-во-во-во-во. Идеальная расстановочка, правильно? Нихера, идем обратно. Нихера, идем обратно. Опа, опа, во, вот это уже лучше. Вот это уже выглядит лучше. Ну да, возможно, он так тут не тупил, как я сейчас тупанул. Но все равно же, бляха. Но все равно же, бляха. Кстати, вот эти механики... Заметьте, с каждым разом новые-новые механики. То есть разработчик решил не оставлять какие-то фичи, которые ты уже запомнил, а решил с каждым разом дополнять что-то новое. Но вот эта вот тема, где ты карабкаешься, это такая поебня. Здесь надо было добавить гораздо больше. То есть мы видели метеориты и эти пилы. Все! Вот и все ловушки. Как их преодолевать, мы знаем. Надо было сделать, что ли, из этих пил целую полосу препятствий или добавить что-нибудь другое, циркулярки какие-нибудь, а не просто эти шипы. Кстати, здесь бы я уже давно пролез.
не знаю, что я не захотел быковать. Вот эти моменты, они скучны, согласен. В этих моментах как будто не хватает какого-то драйва и разнообразия. Но по всем остальном, мой отзыв такой. Зо-е-бумба. Зо-е-бумба. Так, давай барабанить. Барабанщик, бароба. Так, не буду дерзить. Мог бы сразу на остров, а мог бы и не попасть, а мог бы улететь нахер. Это мне не надо, таких экспериментов. Такие, а вот здесь можно, а вот здесь можно. Лифтик, все, прошел Гарден, прошел Гарден. А ты мне говорил, Гарден вообще не представляет опасности. Так, дальше Джапентаун, Джапентаун. Итого я еще не час играю, в принципе, бля, пока успеваю, вроде бы. По ощущениям, пока успеваю. После Джапентауна идет вот этот Зевсом. Зевсом хер. Потом идет Гарден. После Гардена идет... буквально пару секунд левела и все. Но там будет сложный момент в конце, где надо будет двери. Где надо будет с дверьми мутить. Кстати, моменты из первого прохождения тоже будут в этом видосе. Ну, такие, где я с Костяном. Костян в Дискорде и болел очень сильно за меня. Он не смотрел, как я играю, играл в КС-ку, но он очень сильно болел за меня, я тебе серьезно говорю. Кстати, я сейчас чуть с лифта не упал, представляешь? Не знаю, зачем я так кипишу, и лифт мне дан специально, чтобы отдохнуть, прийти в себя и подготовиться к очередной локации. Кстати, здесь, наверное, тоже есть какие-нибудь срезы. Локация огромная, это тупо целый город, в котором ты должен идти вот сюда вот. Но ты же можешь пойти налево куда-то, направо. Хотя, не знаю, возможно, он сделан таким большим просто, чтобы если ты где-то упал, ты упал в этот город, а не в самый, сука, низ. Возможно, здесь сделано так. Кстати, тут типа мы должны по этим елдакам скакать, но я сразу на самый большой размер себя насадил. И тут экономия времени идет такая нехерова. Нехилая экономия времени. Так, здесь как? Здесь же можно свалиться, правильно я понял? Раз, хорошо. Раз, хорошо. Погнали дальше. Не знаю почему, ну типа, наверное, ну это же Япония, правильно? Я сказал, что дед японец. Сказал, что дед японец. Все. Первое. Во-первых, он, скорее всего, работал где-то на стройке. Поэтому у него после ада были флешбеки о стройке. Потом он, наверное, работал каким-то курьером, там какие-то посылочки были и прочая херня. А сейчас он вернулся в родной обитель. Возможно, он приехал в Америку работать там на стройке и прочее, прочее. А тут он в Японии вспоминает, прикинь, лор, сюжет, эхо деда, разгадываем, предыстоим. А тут он вернулся на родину к себе. И тут он уже кайфует. То есть, по сути, игра ему говорит, оставайся, смотри, тут все как в твоем городе. Тут все, что ты любишь, тут все, что тебе близко, родно. Но дед говорит, херца там, я хочу в рай. И он идет в более, так сказать, в другую обитель. Ну, здесь очень приятная музыка. Она прям максимально такая нейтральная. Она как будто тебе говорит, все будет заебись. Все будет хорошо. Не волнуйся, не кипишуй. Не торопись, самое главное. Да, я мог допрыгнуть до моста, согласен, согласен. Но я не хочу боковать. Смотри, какие красивые мосты. Пока понаблюдаем просто, порадуемся, покайфуем. Опа! А вот здесь решил, а здесь решил бокануть. И правильно сделал, я считаю. Правильно сделал. Все равно далеко бы я там не упал, думаю. Ну, скорее всего, упал, я просто себя утешаю. Свои импульсивные поступки. А вот здесь что? А здесь вот зачем эта херня здесь стоит? Чтобы я оттолкнуть в самый низ, правильно я понял? Смотри, еще одна подружка ее. Пойдете вы нахер. Не надо мне таких приколов. Но слушай, ну не... Блядь, я даже ногами, я даже ноги скрещиваю в этот момент, представляешь? Я имею в виду крестом вот так вот их. Я сижу расслабленно на чили, а вот в такие моменты у меня ноги там танцуют, сука. Они брейкданс под столом исполняют, я тебе серьезно говорю. Я так нервничаю, бляха, когда вот эти прыжки, когда я вижу, что что-то угрожает моей заднице скованной. 56 минутов, 56 минутов! Это рекорды! Ну как? Нихера! Ну типа, если бы я уже проходил игру, то это был бы рекорд. Прикинь, за 58 минут, бляха. Я, если честно, я бы даже посмотрел это прохождение за 58 минут. Хотя, возможно, есть уже рекорды быстрее. То есть, они же постоянно обновляются. Люди находят новые-новые приколы, новые-новые срезы. Но я, не смотрев никакого спидрана, чисто по своему опыту сейчас прохожу. Мне нужно получить ачивку. Ты знаешь, какую? Я ее, собственно, пытаюсь достичь. Погнали. Так, тут ветродуи. Ветродуи. Окей, ветродуй первый, ветродуй второй. Я пошел. Кстати, вот такие штуки были на детских площадках. Они чуть вниз идут, но мы с ними не идем вниз. Такие штуки были на детских площадках, я их очень любил. Они прям такие приятненькие. По ним прыгай, шараёбиса. А здесь как? Не понял. Не понял. Подожди, я не понял. Подожди, объясни мне, я не понял. А как? А как? Что за херня? А-а-а, бляха-муха. Ты серьезно, что ли? А я уже испугался, я думал, я какой-то затупок куда-то не туда прилетел. Тут так можно, если что, тут есть всякие
сейв-румы. Так, это просто кубик тот же самый, только он поменьше, соответственно, чуть поопаснее. И, ну, механика вся абсолютно такая же, идентичная. То есть здесь уже механики повторяются просто с другими текстурками. И все, вот опять вот эти кочерышки, которые, кстати, нехерово тут выталкивают. Здесь они реально опасны. Здесь не поспоришь. Бля, на нее, кстати, нельзя запаркурить. Было проверено. Давай, херач. Давай, ебаш. Она столько времени дает, чтобы я успел это преодолеть, но я, ты видишь, я не тороплюсь. Я не вижу смысла торопиться. Если вот эти деревяшки, это же какая-то японская игра, правильно я понял? Нам она не знакома, но у японцев по-любому она в традициях. Японцы по-любому всю ее переваривают. Кстати, лодка трясется, блядь. Зачем она это делает, сука? Зачем эти гондолы так делают? Это не гондолы, это я гондом, блядь. Я просто не разбираюсь ни в чем, правильно, правильно. Ни в чем не разбираюсь, но... Ну, потому что Япония это сложно. Япония это сложно, я только хентай смотрю. Все. Это, собственно, максимальное мое погружение в японскую культуру. Only hentai. Only hentai players, я, да. Hentai wars, там вся херня. На самом деле, ну, хер его знает. Могу себе позволить, блядь. Опа, прыжок, блядь! Никаких вам лифтов. Так, здесь новая механика. Окей, погнали. Побежали, 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 побежали. И здесь центр. Так, опа. Нихера. Так, следующий, следующий. Тоже центр заполнить. Дальше. Опа. Тут филигранненько. Просто я художник, я так вижу. Надо просто нарисовать херню какую-то. Вот так вот. Опа, опа. Хорошо. Заебца. Если еще стирать, просто еще раз прыгнуть на нее. И все. Но я с первого раза делаю, мне не сложно. Окей. Заспавнились пластинки. Что они делают? Ага, они подвижные. Окей. Ну, это изично, это изично. То есть, пока она внизу, ты бежишь на самый верх и залетаешь. И у тебя все красиво. И тут сразу на батут можно было допрыгнуть, можно было без вот этих паркур навыков обойтись. Но меня и так все устраивает. Здесь как будто напряжно, знаешь, здесь как будто что-то вот, что-то напрягает. Нет, все нормально. По палочке, здесь наверх нужно, нет? Эта штука крутится. Нахера она крутится? Чем она крутится? Не помню. Не помню, но я по палочкам проскакал. Мне не сложно. По-моему, я усложнил себе. Можно было по палкам не скакать. Смотри, паскуда, уехала в другое село. Неплохо она умеет. А я вот так вот. Рисковый я, сука, зачем? В кого я такой рисковый, блядь? Зачем мне это надо? Зачем я это делаю? Опа. Хорошо. И на шпиндель, на пробочку. Кто я после этого? Окей, окей, строим, строим, без проблем, строим, строим, без проблем. Вот здесь я уже ни хера не помню, я ни хера здесь не помню. Чисто интуитив. Так, а мне ж по горшкам, да? А можно я типа, ну, уебан такой, возьму срежу сейчас? Зачем я это делаю? Мне же не так надо было идти! Правильно? Я ж по правильному маршруту прошел, ну смотри, дальше пушка. Наверное, да. Блять, если сейчас я срезал таким образом, прыгнув на горшки, то это... Кто я? Я ебейший срезыватель, получается. Ебейший обрезанер. Так, ну за эту херню можно цепляться, если что. Поэтому далеко мы здесь не упадем. То есть здесь игра, реально, разработчик здесь как будто жалился. Может быть, он сам эти моменты плохо перекуривал. Но здесь есть сеточка, видишь, такая деревянненькая, по которой он карабкается, как по лестнице. Поэтому страшных моментов здесь нету. Куда мне? Ага, мне вот сюда вот. Окей, потом на крыша. На крыша, с крыша на палочка. С крыши на дошечка. Еще одна дошечка. И прыжки. Кстати, вот это что такое? Что такое мигает? Что это такое? Фу, нихера, там был бордюр. Так, ну надо что сделать? А, я помню этот момент. Все. Нужно в правильной последовательности их нажать. Так, допустим, вот это, потом вот это. Окей. Дальше вот сюда. И заебца. Не знаю, откуда я помню правильную последовательность. Видимо, я просто гуру интеллект. Но я просто делал все по закону подлости. То есть я пытался выбирать максимально неочевидные варианты, и у меня все получилось. Классно, что? Классно, что? Интуитивно, понимаешь? Интуиция работает хорошо у меня. Так, ну вот это еще одна новая механичка, вроде бы, которая должна восприниматься сложно. Но на самом деле это изи момент. Изи момент. Тем более вот эта штука стоит вообще. Опа, опа, и пропрыгано. Пропрыгано, обрыгано. Час, час, две минуты, 2600 метров. Я очень близок к финалу. Ну как близок? Да, да, вот там Зевс. Я уже вижу Зевса, слушай, я вижу Зевса. Я вижу Зевса, это... Это полбеды. Ладно, там пушки уже выстроены. Пушки выстроены, пентаграмма проложена. Просто чуть-чуть просрать времени. Бляха, почему в моменты, когда я начинаю думать про время, сразу идет какая-то херня? Ладно, сколько потеряю? Минуту. Минуту потеряю, окей. Ну, две, ладно, две. Хотя, почему две? Ну да, две. Две минуту.
Здесь, кстати, можно было сразу долететь, наверное, на крышу и быть таким красавцем, таким спидраном. Окей. Ну, 2 минуты, бля, уже неприятно просирать. Я чувствую, что я могу. Будет обидно, если я прям налажаю на последних минутах. Там минуты не хватит для того, чтобы засчитали как спидран. Это будет неприятно максимально. Ну, что я просрал? А, бля, я много просрал так-то. Я так-то, да, я так-то много просрал, сука. Ну, ладно. Ну, ладно. Мне опять заново проходить вот эти полумесяцы. Слушай, получается, без монтажа офигачу для тебя, да? Чтоб ты полностью проникся этой игрухой. Игра классная. Чё, бля, чё спорить? Игра охеренная. Тут даже не надо ничего кому-то доказывать. Окей, 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 окей. Все, я опять здесь, я опять здесь. Ну да, 2 минуты примерно потрачено было лишних. Которые мог не тратить, а просто рассчитать прыжки. Ну, тупанул опять. Здесь нельзя торопиться. Понимаешь, торопиться здесь нужно, но в меру. Так, получается, а в чем здесь проблема вообще? Здесь, значит, вот так надо? Вот так вот надо? Вот так вот надо? Уебан! Какой же мудак. Ты посмотри. Блядь. Блядь. Я опять здесь. Я опять же здесь. Сука. Еще минус 2 минуты. Тут уже темнеет. Не, ну так нельзя. Ну легкий же момент. Что ж там сложного-то? Прыгать по вот этим часовням было сложнее. Ну, согласен. Момент, который я не задрачивал. Не задрачивал этот момент. Я его проходил один раз в своей жизни. Не к всему готов. Сразу на крышу. Ну, пошел, блин. Ну, хотя бы здесь, когда долетел. Почему вдруг он не долетал и должен долететь? С какого перепугу он должен вот так вот эксклюзивно для меня поступить? Опа, тут уже как боженька, блядь. Как боженька шаюсь. Неплохо. Неплохо. Ну, лифтером. Лифтером подработать. Вот это вот мое ненавидящее просто, сука. Это знаешь, когда кончился бюджет на автолифты в аду, и вот эта херня началась. Просто пытка. Ладно, нормально. Опять полумесяцы. 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 Ждем полумесяцев, чтобы все пропрыгать за один момент. Окей. Прыжок. Прыжок второй. Третий. Железный. За. О. Это я просто на его знакомом языке. Не на японском смысле, на набуханном. На подбуханном, потому что я не знаю, что нужно принимать, чтобы такой сон приснился, сука, тебе. А можно... Подожди. А можно ведь... Смотри-ка, что сделать. Смотри, как поступить можно. Можно же... Блядь. Так можно же на коробочку. На коробочку же можно просто. Смотри. А потом вот так вот. Опа, нихуя. И все, нас везут. Нас везут к финишу. Это быстрый. Все, блядь. Что ж думать? Так, окей. Здесь надо запоминать. Красный, синий, синий, красный, красный. Синий, красный, синий. Красный, синий, синий, красный, красный, синий, красный, синий. Красный, синий, синий, красный, красный, синий, красный, синий. И здесь неси меня, большая черепаха. Вези меня, большая черепаха. Нормально, ну с памятью проблем нет. Тем более там, ну, более-менее алгоритм запоминай. Просто проговариваешь и все. Тут типа молнии какие-то, но по цветам, понимаешь? Красный, синий. Что может быть и проще? Все, меня везут. Кстати, меня везут на Олимп. Меня везут на Олимп, там Зевсы. Блядь, час 6 минут, час 6 минут. Ну, вроде бы успеваю. Вроде бы успеваю, хотя нервничаю. Что-то нервничаю, блядь. Нет, нет, нет. Успокойся, сука. Так, а как мне отсюда вылезти? Вот отсюда вылезать? Или вы мне откроете? Откроете? Нет, не откроют, суки. Прикинь, собаки. Паскуды. Ладно, выпрыгну. Как-нибудь сам. Так, ну этот момент же проходили настроечки. В самом начале настроечки проходили же момент. Ну как можно? Зафейлиться же нельзя, правильно? Правильно. Естественно. Просто подожду. Здесь, конечно, можно ускорять все это геймон, но я просто подожду. Я просто похлопаю. Так, ну все, я на Олимпе. Я на Олимпе, братья. Я на Олимпе, сестры. Я на Олимпе эти. Как его? Как я вас называл в начале видоса? Орлята, орлихи, орлицы, подлецы. Я здесь, я здесь. Я говорил, что мы сегодня будем низко падать. Еще не поздно низко пасть. И, так сказать, не выполнить. Но я не собираюсь. Вот что здесь сложного? Скажи мне, пожалуйста. Это предпоследняя локация. Что тут сложного? Ад был сложнее. Согласен? Согласен. Полностью, блядь, поддерживаю. А. Я думал, они стоят столбом. И я уже думал, типа, ну все, ГГ получается. Непроходимо. А, нет, это элементалити. Так, окей. Раз, раз. Прыжок, 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 прыжок. Молодца. Ах ты сучина.
На этом моменте я помню в аду, да, в аду, я помню в аду на этом моменте. А можно сразу на ту бочку, на ту вот эту бочку? Вот так вот, опа, опа, ни хрена себе. А куда отсюда? А сюда, на туда, вон туда надо. Вон туда мне надо, а давай, а вот сюда сразу. Все, сад, 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 гарден, гарден. Нет, еще не гарден, какой, ты что несешь, Колян? Сейчас на Зевса, сейчас нюхай Зевса. Нет, 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 где? Бля, не помню. Нет, а, нет, за Зевса еще долго. Это, в общем, details. Да, здесь, вот, вот здесь будет Зевс. Здесь будет Зевс, который, на который, до которого мне еще, бля, пахать и пахать. Да, не надо. Это уже он подписчиков цитирует. Подписчиков, зрителей, всех людей, которые сейчас наблюдают, ну, до сих пор за мной. Даже если кто-то перематывал, все равно он наблюдает и вот думает, блядь, когда же он уже, когда же он уже, он, знаешь, перематывает видос и смотрит на мою вебочку, когда она будет материться, когда она будет ругаться. Не будет она ругаться и материться, понятно, все проходится. Так, здесь надо в храм. Здесь смотри, какая красивая стоит, блядь, в облегающем, обтекающая, какая глянцевая женщина, какая же женщина, да посмотри на эту женщину. Я, кстати, по ее копью взобрался, я мог так не делать, я не знаю, это получилось, это спонтанно, я не знаю, что деда понесло, но я до ее копье просто сам себя насадил, представляешь? Ну как на такую красотку можно не насадить? Я бы сам ее насадил, как бы тут, блядь, без вариантов. Тут даже возраст не имеет значения, понимаешь? Как бы, ну, 70 лет, ты посмотри на меня, марафонцы столько не бегают в любом возрасте. Так, теперь гондола. Вот это уже гондола, я считаю. Это уже гондольство какое-то, гондольерство. Неси меня быстрее, время ограничено. Час, 10 минут, 2 километра 800 метров. И растет. Так, ну а что здесь? Смотри, вот там уже гарден. Там уже гарден, а вот там уже финал. Пока финал отсюда, кстати, не видно. Но у меня есть еще примерно 40 минут. У меня есть 40 минут примерно еще. 40 минут. Что, за 40 минут не доберусь? Ты думаешь, я за 40 минут не доберусь? Ты в этом уверен? А я думаю, доберусь. А че такой потный? Самому противно. Потный, воняю, сижу, смержу. Нет, пока не, пока нет. Пока нет, потому что поесть не успел. Там нечем пердеть, понимаешь? Нечем пердеть, выхлопа ноль. Ехаем, ехаем, ехаем! Давай! Сука, кто? Где? Кто этому камню вообще давал водительские права? Это раз. Во-вторых, какого хера камень ты такой медленный, сука, ведро какое-то. Hyundai Solaris будет быстрее тебя. Прикинь, 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 прикинь. Лада Веста. Лада моя невеста. Воу. Так, дальше. Женщина подросла. Но это уже для любителей быть раздавленным большими женщинами. Кстати, есть такой фетиш для людей, которые любят больших, типа... Ну, знаешь, ты, наверное, видел где-нибудь рекламы? Рекламу какой-нибудь вот этой очередной Хроника Хаоса. Кстати, играл в эту игру. Прикинь, довелось. В детстве был мелким, глупым. Играл в эту порнуху. В общем, что там было? Там было что? Давай сразу на ящик. Нет, там было не это, там было не это. Там было что? Там было в рекламе, типа, тебя раздавливает большая женщина, прикинь? То есть там сразу несколько фетишей. Там фетиш и ног, потому что ноги... Не понял, где ты еще устал прыгать? Там был фетиш... Я сказал про фетиш ног, где я такой... Что? Как это работает? Фетиш... Вот как после этого не поверить в поебистику-мистику? Скажи мне, пожалуйста, как после этого не уверовать, блядь? Я уверовал! Тут еще музыка такая играет. В общем, все, ребят. Фетиш ног это что-то святое. Полностью поддерживаю, блядь. Полностью поддерживаю все ее направление. Так, погнали. Здесь на сеточку. К Зевсу на сеточку. На сеточку. Let's go! Памц. Не знаю, зачем озвучиваю, может, у тебя звуки игры. Птички, бля, щебечат, красиво. Я уже забыл, как я был в аду. Не хочу вспоминать, не хочу вспоминать. Это было когда-то очень давно. Это было когда-то давно. Опа, опа, хорошо. Я не растерял, я наоборот размялся, наоборот. Так, ну вот здесь нельзя, тихо. Не люблю такие. Фетиш ног, не работает? Не работает больше. Все, боги отреклись от меня, сука. Ладно, хер с ним. Ладно, хер с ним. Я просрал волну, просрал время, просрал аккорды. У меня и так... Пища! Мне больно. Мне больно. Сука, это сколько мне еще? Это сколько? А, не, нормально, батуты. Батут, все, не так больно. Нормально, не...
Я не говорил, фетиш ног, не пизди. Но сейчас уже сказал, как бы, ну сейчас-то не надо, не надо останавливаться, как бы. Дед, не останавливайся там, как бы, что бы ни случилось, не надо. Так, ну здесь я так идеально пропрыгал первый раз. Опа, опа, сайгак, дед сайгак. В прошлой жизни был. Так, откуда я упал там? На балочках упал, ничего страшного, бра, простительно. 2 минуты просиренькал, ну и сойдет, ну и похер. Зато сколько я сэкономил на всяких багах, фичах, гличах, лайфхак. Никакого бага на самом деле не... Здесь можно сразу на дощечку допрыгнуть, прикинь. Здесь можно сразу. Час тринадцать. Все, давай я буду молчать. Давай чуть помолчу. Давай отдохнешь от меня. Давай. Куца тебе, блядь, не дам. Если ты сможешь мой видос отдыхать от меня, не смей. Понял? Ну, вот здесь отдохнуть. Все! Понял? Надыхался ты, сука. Надыхался ты. Все, теперь будешь слушать мой бздеж. Кстати, мне надо было здесь сюда. Я не знаю, куда я полез вообще. Зачем я куда-то полез? Кстати, напоминает мне Assassin's Creed эту Одиссею. Такие же домики, прям вспоминаю. Игра, на самом деле, игруха вот по геймплею была не самая веселая, но в ней было много классных механик, на самом деле. Задания, сюжет, ну такое. Ну, во-первых, дополнения прикольные. Механика, где ты можешь сражаться на кораблях, ну, лично мне очень близка была. Я в детстве всегда представлял это в своей голове, а тут ты можешь, собственно, это не представлять, а играть вот так. И графика, все эти острова, это детализации, супер огромный, детализированный, проработанный мир. Это меня просто, это меня так захватило. Само собой, по геймплею эта игрушка отстает. Ну, то есть, ну, самое важное в игре это геймплей. По геймплею она тебя не сильно цепляет. Ну, то есть, нет каких-то нововведений для любителей Assassin's Creed. Но, тем не менее, вот пока я бегу по этому мужчине, хочу отметить, что игра была классная. Игра была классная, и я ее задрочил. Я ее задрочил, согласен, не каждую игру я так задрачиваю, вообще не каждую, но игра меня цепанула. Меня игра цепанула, я в ней что только не навыполнял, все комплекты брони сколлекционировал, хотя они особо ничего не давали, и это было все довольно скучно. Но, тем не менее, прокачался, стать крутым, стал крутым. Но механика там прокачки тоже, да там все, в принципе, не на таком высоком уровне, все сделано примитивно. Но, блядь, внутренний мир, это, конечно, да, мое почтение, не настолько хорошо подошли к этому. То есть ни в одном фильме про Древнюю Грецию, про мифологию, про вообще то, как все это было, никогда не будут использовать настолько крутые декорации. А это игруха, и ты там можешь еще участвовать. Это и Иерихон, встречайте. Бам! Первый! Это пинг. Второй! Я спрыгиваю. Меня не выпускают! Кстати, об этот, она развалилась. Развалилась молния. Да-да-да, мне вообще зашибись, мне зашибись. Я пройду это, сука, я получу достягу. Я войду в 0.1% проходивших эту игру. Хотя, наверное, уже больше. Ах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Знаешь, почему неприятно? Я вспомнил этот момент с флагом. И не вспомнил, как его проходить. Я как-то первый раз его пролетел с помощью какого-то бага. Ну как бага? Он меня подбросил и донес прямо вот до домика, на который надо было. Но так нельзя. Типа, это спидранерская фишка, причем я не хотел так делать. Как второй раз повторить, так я не смогу повторить, само собой, но... Бляха. Бляха. Как это проходить, вот я не знаю. Это сложный момент. Окей, значит, мимо какого он... Ну, здесь сейф-зона, да? Да-да-да, вот здесь, значит, второй камушек, да? Второй камушек безопасный. Второй камушек безопасный, а дальше что делать? Я хер знаю. Да, он же безопасный, он безопасный! Блядь! А, время на стоп. Бля, время на стоп не ставится. Нет. Блядь. Все. Ну нет, я не прохожу. Нет, я не верю. Это все, я все зафейлил. Я все к хера просрал. Заболтался, тварь. Я ж тебе говорил, что этот флаг не внушает мне доверия. Я штука как знал, ты же знаешь о моих ванганических способностях. И сколько... Я даже там кувшины я вижу! Я когда падал на кувшины полчаса назад, я ругался. Тут, блядь, кувшины.
Блядь, я вижу эти месяцы, кувшины, мне, я понимаю, что мне до них еще так далеко. Знаешь, сколько времени я проекшал? Не-не, все, это не проходится. С таким падением это уже невозможно, мне кажется. Но я должен хотя бы пройти, я должен хотя бы спочь. Но это хоть заново рестарт, понимаешь? Это хоть рестарт заново запись, рестарт заново видос, ну. Я буду не сдаваться, может быть. Кстати, а чё я парился? А чё я парился, когда здесь можно так пропрыгать? Ну, не знаю, чё там. Лишний раз решил не бздеть, а теперь, сука. Это заново всё. Это миллиарды заново проходить всяких ловушек, заданий. Ты представляешь, насколько я низко пал? Мое предсказание сбылось. Но все, больше падать я вообще. То есть, одно падение еще хоть какое-нибудь, я не прохожу, но уже с 50-тысячной вероятностью. Сейчас я уже не верю в себя, если честно. Не верю в себя, но есть надежда. Знаешь, какая-то такая дохленькая. Ну, как говорится, умирает последний. Но она существует, но она настолько никчемная. Она где-то на донышке. Где-то на донышке существует еще вера в себя. Вера в то, что все-таки, ну, получится пройти. Но знаешь что, вот я так рассчитал, уже 20 минут. Я сейчас тут угроблю 20 минут, будет уже 40. Ну, вот где-то 20 минут, я думаю, угроблю до того, чтобы дойти до момента, на котором я был. То есть до того флага. Не факт, что я его еще пройду, но, типа, если я на нем еще раз упаду куда-нибудь, даже не сильно, то это уже все, это уже ГГ. Бляха. Как же, сука, неприятно. Как же, сука, неприятно. Зато здесь, проспидраню. Зато здесь, проспидраню. Максимально проспидраню, зато здесь. Все, сука. Вот так надо было первый раз играть. Так, здесь я не буду быковать. Здесь на кувшины. Здесь просто, да, на кувшины. На кувшин. На кувшины. На кувшины. На кувшины. На кувшины. На кувшины. На кувшины. Молодца, молодца. Здесь дальше наверх кувшин. Вот сюда. Окей, на кувшинах. Ну, это так далеко. Это так далеко, на самом деле. На самом деле, настолько далеко. Ну, да. Чуть поторопился. Но зато на второй сразу же, блин, красавчик. И на крышечку, бля. Ну это же возможно, я же уверен. Ну надо его, наверное, как-то по-другому откалибровать, но на крышу я уверен, сразу возможно. Час двадцать. Ну, игра. Ну я в любом случае буду в тебя еще играть, не расстайся, я от тебя не ухожу, игра. Я буду еще в тебя играть, только с другими ребятами нас будет больше, я приведу людей в игру, в тебя, блин. Ну хоть не в самый, ну хотя, куда можно было ниже упасть? Я упал в другую локацию вообще, ты прикинь? В другую, сука, локацию упал. Это ли не мерзко? Ты посмотри, как Зевс далеко. Я был выше Зевса, ты посмотри, где Зевс сейчас. Ты посмотри, сколько пройти там. Ну, вот на этом моменте нельзя руинить, я считаю. Как бы не хотелось, нельзя. Нельзя. 100% всего нельзя. Все. Успокой. Красный, синий. Блять, колесница, увози меня отсюда, увози меня сразу на Олимп, сразу в Гарден хуяч, я уже был в Гардене. Там же, блять, флаги, потом лифт, и потом все, я прошел. 21 минута, почему время идет так быстро, час 21 минута. Так, ну ладно, смотри, Зевсушка, родненький, он же здесь уже, да, он же меня ждет. Вместе со своей молнией. Он же насадит меня на свою молнию, правильно? А здесь можно вот так вот, типа, ну, быкануть так. Да, можно, все можно. Я уже любые способы чуть-чуть ускорить процесс использую. Я понимаю, что мне может чуть-чуть там не хватить. Просто на донце какой-нибудь, на донце. Еле летим. Здесь слезаем, пух слезаем. Все, поехали. Батута. Второе. Молодца, молодец. На бочечку сразу бы запрыгнул.
Ну нет, это невозможно. Это уже мои фантазии. Но падать нельзя. Падаю еще раз, все, конец. Падать вообще больше нельзя. Нигде нельзя падать больше. То есть, если я пройду, если мне так повезет и мне хватит времени, то я должен пройти, больше нигде не упав. Но я очень тороплюсь сейчас. Это сделать будет сложно, нигде не упасть, когда я так тороплюсь. Ну давай так, я бы упал где-нибудь там вверху и потерял кучу времени. А теперь я не упаду где-нибудь там вверху, но я потерял здесь кучу времени. Но дальше надо все пройти безупречно. Так, жду, 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 жду тебя, собака, жду тебя, паскуда. Найс. Куда, куда? Понял, понял, принял. Полетели. Полетели. Сюды. Молоды. Заебы. Окей. Окей. За... Ладно, все, на локации с Зевсом. Я на локации с Зевсом. Ну, серьезно тебе говорю. Было сколько? Было минут 13. Получается, я 10 минут уже потратил. Ну да, плюс-минус 20 минут, как я тебе говорил. Просто ушли в никуда. Ушли на падение. Там будет малышка. Меня ждет малышка. Ну, хотя бы с малышкой еще раз увижусь. Перед тем, как пройду игру и больше один в соло ее не увижу. Я, собственно... А может, увижу. Может быть, я не завершу челлендж, и ты в комментах напишешь: бля, Колян, как классно смотреть, как ты... Ну, мне кажется, смотреть будет уже неинтересно. По сути, все то же самое, ну, если я второй видос запилю, только быстрее и, скорее всего, без падений. Ну, это вообще не это будет. Вот сейчас мне нужно пройти. Чтоб все было идеально, сейчас я должен пройти. Я вот себя замотивировал. Я должен пройти сейчас. Не обсуждается вообще. Вообще не обсуждается. Дедушка, дедушка... Дедушка, не время вспоминать про колени, дедушка. Нам осталось немного. Нам осталось немного, ты будешь в раю пировать. Что там будешь? Что еще делают люди в раю? Опа, там что, сыска? Я видел сыску. Я тебе не скажу. Ты поставишь на стоп, сам найдешь. Возможно, это не сыска. Возможно, дед просто поплыл. Дед забыл опять принять таблетки. Дед забыл выпить. Дед. Поехали. Гондола, гондола, неси меня. Тварь, тварь глючнутая. Идет там по стоп-кадрам в PowerPoint. Скрины листает. Ты посмотри, крутится, паскуда. Ну, сейчас уже как будто до нее недолго. Я думаю, 10 минут, и я буду опять на ней. Бля, нельзя так страдать, мне кажется. Нельзя так людям запрещено. Что там по записи? По записи нормально все. Ты посмотри на мою прическу. Это такая прическа, как будто я лично падал оттуда. Будто лично я оттуда падал и умирал. Окей, ну выпусти, выпусти меня. Я хочу быстрее, я хочу время сократить. Давай, давай. И выпускай свиней! Когда меня не станет, сарай достройте сами. Из тех камней, а может быть, из тех камней, их называют кирпичами. Цемент лежит за баней. Опа, его водой залей. 3-1, молодец, штопор. Когда момент настанет, цемент вдруг твердым станет. Запускай свиней и поросят детей свиней. В природе так бывает. Свинья свинью рожает. Круговорот свиней. Ой, папа. Ну, блин, поехали. Надо так взбодриться, взбодриться. Опа, сыски, опа, сыски. Сыски были обнаружены детектором профессиональным сысок. Киберимплант, считай. Киберимплант по нахождению. Почему я здесь все время хочу сократить? Я не знаю, но это же классно, что. Бля, батут, батут. Я же на него падал, матерился, бесился на этот батут. А теперь я этому батуту так рад. Это, кстати, батут фуд-фетишиста. Фуд-фетишист. Блять, не работает заклинание. Но оно было единоразовое. Нам просто показали, понимаешь? Бог тоже не должен раскрывать все время, что он есть. Он типа нам намекнул такой. Вот так вот. Намекнул нам. И все. И съебал. Ну, типа, чтобы я... Вот ты не знаешь, что я записываю, а я опубликую это, и все поймут, что есть потусторонняя сила, что она существует. На самом деле, это все называется ебаные баги. Ебаные баги в ебаной игре. Лети! Ой, куда-то... Он куда-то влево! Куда-то влево! Бля, господин разработчик, вот, несмотря на все мои негативные... опыты и впечатления об этой игре, сука, спасибо за то, что раскидал здесь сетку этой паутины, этой паучихи. Я не знаю, зачем я так рискую, меня жизнь ничему не учит, но спасибо, что ты сохранил мою нервную систему на этом моменте. Просто спасибо тебе, дорогой товарищ разработчик. Вся классная игра, реально классная. Я это говорю, не бухой, не пьяный, меня нигде не держат, ни в подвале, все нормально, на меня пистолет не направляет. У вас классная игра. Классно.
Игра, спасите, пожалуйста. Спасите меня, пожалуйста. Сука. Окей. Поднимаем. На. Не. Чё, еще хочешь, чтобы сейчас спел? Ну что тебе спеть еще, блядь? Могу про говноволос спеть. Тебя говноволос интересует? Не интересует радио говноволос. Приезжали к нам туристы, говорят, народ говнистый, ой-ой-ой. Так населит в таксофоне, и откуда столько води, ой-ой-ой. Да. Опа, залетаем. Опа, заходим. Говновоз на самом деле благородная профессия. Ну, типа, понимаешь, деньги не пахнут, а говновозы пахнут. Поэтому сам выбирай. Сам выбирай, на чьей стороне ты. Вот там люди орут, они падают, они орут, и мне нравится. Мне тоже может быть, но никто не спросил. Никто не спросил и никто не просил, но я прохожу. Погнали, Сейчас 28, час 30, у меня есть 20 минут. 22 минуты плюс-минус, чтобы уже приближаться к финалу. То есть потом там уже секунды. Подожди, до час 50 же, правильно? До час 50? Подожди, до час 50? Я не могу смотреть. Если я посмотрю, пойди до час 50. Тогда у меня 21 минута, чтобы пройти игру. 21 минута. Там гарден. Финал. Это финал. Я вижу финал. 20 минут. 20 минут на финал. Это как 20 минут на побег, что-то такое было. 3 километра, кстати. Я на 3 километрах высота. Прикольно. На самом деле, кажется, что, ну, типа, на 30, наверное. Мне кажется, здесь плохо метры работают, но забьем хер. Ну не может быть, чтобы на 3 километрах я был уже в стратосфере где-то. Где-то уже в космосе. На 3 километрах. 3 километра ж до пятерочки дойти от моего дома. Это ж херня. Ну типа, если бы я вверх шел до пятерочки, ну я бы сомневаюсь, что тут настолько бы я, сука. Ну да, в старости, кстати, вот я сейчас эту игру прохожу, а в старости дойти до пятерочки именно вот так и воспринимается. Я дошел. До сучьего момента, я дошел. Так, а там же дальше колесница, еще труба, ну ёп. Ну за 20 минут. Бля. Окей, нет сейф-зоны, здесь нет, или как? Нет, второй же камушек безопасный, нет, нет разве? Я не понимаю. Как смотреть, чтобы понять? Как будто безопасный. Ну, блин, ни хера же. Меня же там просто не спросили. А можно как-то это все преодолеть? Подожди, вот этот камушек безопасный. Ни хера, они все опасные. А куда мне? На тот. А как успеть? Как успеть? Нет. Окей. Так. Сердце. Сердце не выдерживает такой херни уже, дед старый. Как же оно стучит, сейчас ты не представляешь, как же оно хуячит. У меня была одна попытка, и я это сделал. Ух, бляха. У меня 19 минут, чтобы пройти это дерьмо. 19 минут, нет. Там же еще целая локация впереди. Фу, последняя, ластовая. Потом еще до рая добраться. А я еще даже не на ней. Был бы я на ней, был бы я уже где-нибудь там. Так, ну здесь сам себе челлендж сделать надо. Сам себе построил эту дорожку. Окей. Здесь просто, здесь глазомером. Почти. Давай, давай, коврик сюда, давай. На место, на базу. Хорошо. Ну, как будто... Сойдет, сойдет. Некогда, некогда думать, что хуёво, что нет. Сойдет. Тут допрыгну? Допрыгну. Допрыгну, сказал, допрыгну. И здесь допрыгну, и тут допрыгну. Эй! Здесь, и тут! А чё, куда? Бассейн? Я не помню. А, да, здесь будет дырочка. Дырочка, по которой можно упасть, как нехер, нахер. 18 минут, чтобы пройти, блядь. Ну могу. Ну могу, как будто. Давай об этом не думать, понимаешь? Я над пропастью в каком-то сраном столбце.
который непонятно как работает. В первый раз я его прошел. Это вторая моя попытка на нем, и я не ручаюсь. Здесь просто нельзя выплыть за края. Ну, то есть запрещено это. Ну, я как будто прошел. Я как будто выплыл. Все, да, 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 все, все, хорошо, хорошо. Дедушка, блядь. Греби отсюда, дед, греби. Тут надо накачать насос. Тут надо насосать. В этой игре тоже. Разработчик. Насосовым. Насосовым. Еще. Ага. Давай, только не лопни, тварь. Только не лопни, мразь. Как я поднялся выше? Как я в раю оказался? Я насосал! Я насосал на рай! Мне дают чуть-чуть. Это мой последний, наверное, передых. 17 минетов. 17 минет. Ой, мля. Ой, мля. Ну я же как будто могу, нет? Ой, это что, тот самый... Это тот самый мостик! Дубль 2. Окей. Бля, ну там прыгать мягко в бассейн. Но для меня это будет больно. Максимально. Ну чё, ну уже гарден почти. Ну, за гарден пройти за 10 минут плюс дойти до рая. То есть я думаю, за 6 минут до гардена я доберусь. И пройти его настолько бы... Ты чё? Колян, бляха. Чё придумал? Ты чё придумал, Колян? Ну подожди, а этот лифт, по-моему, уже до гардена, да? Ну если так, то окей. 16 минут. 15 минут уже почти. Почти 15 минут. За 15 минут все, пройти до конца? Ну, не знаю. Ну, это если без лажи. Это если без лажи, то да. То да, могу, наверное. Ну не, ну типа налажать уже вообще никак нельзя. Сука, если бы не то падение, я бы уже давно был здесь. Давно уже все бы прошел. Так, куда здесь? Куда здесь? Ну скажи, дай подсказку. Сюда, мне сюда. Нет, да, а батут, блин. Ты бы знал, какая еще музыка играет. Это просто смерть. Такая музыка играет, что я не хочу играть больше в эту игру. Она играет такая, как будто ты смотришь детские мультфильмы, там под конец концовочка такая, и все хорошо, добро победило, и все классно. Но у меня-то пока не хорошо ничего. Окей, что это делает? Поехали. Понимаешь, я нажал на кнопку, я не мог ждать, пока это все пройдет, чтобы пройти идеально. Бля, ладно, прошел. На самом деле даже не на донышке, там нормальный запасик остался. Запасочка была. Куда? Сюда, сюда. Так бы сразу и намекнул, чтобы не по этим сраным деревяшкам. Не падаем. Главное, я вот отсюда вообще не падаем. Но это типа не обидно будет, но обидно, что пиздец. Оп, залетели. Батутик футишиста. Погнали. Он меня отнесет куда надо. Это просто прыгаешь, он куда-то едет, ты должен за ним успевать. Играет такая мелодия, что... Я порвал трусы прямо сейчас. Прям в полете раздербанил их. Но нельзя. Но так нельзя. Лестница. Сколько? 14, почти 13 минут. 13 минут, я вижу рай. На, я в саду, кстати, я почти в саду. Нет, я не почти в саду, до сада еще лезть. Хотя вроде бы почти. Так я в саду почти, не почти. Почти, не почти, я в саду. Я в саду, нет? Кто знает? Я в саду. The Garden, беги! Главное сейчас здесь, я не помню маршруты, ни хера. Хотя недавно играл. Ну все, 15 минут. 15, сколько? Какие 15? Широко мечтаешь? Никаких 15 у тебя нету. Ну, по-моему, там было час 50 минут. Может быть, там был час 50 с чем-то, но мне кажется, сделал просто за час 50 минут пройти. Ну, почти же уже, почти. Но осталось писюлечко, вон рай, там рай. Чё мне осталось до него? До него осталось самое сложное. Здесь будет самый сложный момент. Типа, если я на других лажал, то на нем не залажать. Но это кто я такой, чтобы
не залажать. Я же залажаю. Но здесь же без падений, здесь же просто расслабон. Здесь я дошел уже до райского сада, и мне как будто реально игра говорит: Колян, ты в раю. Что тебе еще нужно, Колян? Ты уже в раю. Я вижу этот момент, я вижу этот момент, я помню все. Опа! Искупались, освежились, пробзились. Поехали. Киберспорты. One, two, three. Окей. One, two. А, блядь, дурак. Дурак! Закрась. Окей, окей, окей. Лифт, лифт! Где? Где? Вот за этим. Лифт дай! Лифт, 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 лифт. Поехали, поехали, ехай, 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 его крути, педалируй. Ну я на самом деле потратил чуть больше времени, чем хотел на вот этой пентаграмме. Ну ладно. Ну ладно, ну финал же уже, финал не за горами. Ну нельзя, чтоб 2 часа прошло впустую, нельзя. Нельзя, нельзя допустить, нельзя допустить. Колян, бля, не нервничай ты так. Не нервничай, это же просто игра, Колян. Не нервничай ты так, Колян. Я не могу. Я же не могу не нервничать. Это же пиздец. Так, окей. Окей, 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 окей. Молодец, молодец. Уебен, уебен. The Final Trials! Все, Final Trials, Final! Это последняя часть этого говна! Пинч, 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 пинч. Хорошо, 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 замечательно, бля! Как же приятно, бля! Поехали, поехали, поехали! Тут холодно, яички сжимаются в комочек, яички сжимаются в комочек, холодно, пиздос. Холодно, еще я после воды. После проруби. Все, все, финал уже здесь. Финал уже тут. Финал уже тут. Финал, я чувствую финал. Там уже фильтр даже накладывается финальный. Ну нельзя сейчас. Понимаешь, сейчас там будет момент на память, а у меня память вообще не готова. Память у меня просто не готова. Отъеби, мужик! Все, вот этот момент. Вот этот момент. У меня 10 минут. Погнали. Двери. Яйца грустный-грустный. Не спрашивай, почему так. Яйца грустный-грустный. Яйца грустный-грустный. Веселые грустные яйца. Ебу, там еще двери. А, веселые грустные яйца. Никогда еще не был таким собранным. А, яйца грустный грустный. Сосать! 9 минут. 9 минут. И я у финиша. Руки трясутся. Руки трясутся. Дед тоже трясется вместе с руками. Руки трясутся. Нельзя тормозить, нельзя останавливаться, но руки трясутся. Как будто на паузу надо нажать и подождать, но здесь пауза не работает. В игре не работает пауза. Разработчик. Разработчик, пожалуйста. Тут есть какая-нибудь там херня, которая до финиша сразу мне... Раз... Раз, 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 раз. Так, ну здесь палочки, палочки, палочки. Пошли, где, 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 где они? Суки, вот они тут. Окей, 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 окей. Давай, 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 давай. Строй, 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 быстрее, строй, бля, быстрее, строй, бля, быстрее, строй. Окей, 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 окей. Бля, молодец, молодец, я свяжусь с этим строителем. Я его лично поблагодарю, блядь. Сука, оперативно работает, как, посмотри. Я не успеваю добежать, он уже все построил. Окей, 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 окей. Кей, 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 да, 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 да. Нахуя? Нахуя? Все понял, 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 понял. Якшать! Похер.
Похер. Ломай полностью. Полностью ломай хуйню. Посрать! Зевс, нюхай! Нюхай мои яйца! Нюхай плотные яйца! Я столько не мылся, столько проходил. Зевс, нюхай! Весы. Весы. Зевсушка, родной, пожалуйста, прости меня, Зевсушка, прости. Ну, пожалуйста, спри, все. 7 минут осталось мне. Невозможно, нельзя. Арфочка, мелодия любви. Колесница, сука, колесница там, колесница! Я во всем уверен, кроме... Это еще одна сложная тема. Бля, колесница, бля. Тут такое управление. Вот где еще, бля, в голливудских фильмах мнение у тебя очко сжимается, да? У тебя что же сжимается? Притормозил, блядь, на повороте. Это закончится, нет? Я не могу, блядь. У меня сейчас инсульт, инфаркт. У меня все, что на И. Боже, о боже, о боже! Ангелочечки! Ангелы! Все, они все дудолить должны на меня. Первый дудолит, молодец. Второй дудолит. Все. Третий. Давай, ангелочек, бля, мой родной. Так, дальше время нужно выставить на 12 с чем-то. Надо выставить, ребят. Лифт. Это что такое? Это позорная труба. Позорная труба будет, если я не пройду, если я не прохожу. Сразу же. Так, здесь, значит, эту стрелку на 12, эту стрелку на фюнф. Блять, нет, что ли? Ты хочешь сказать нет? Ладно. Эту стрелку на фюнф. На фюнф. Блять. Ага, вот это правильно. Ух, полетел ты! Куда я лечу? Сюда книжки. Там рай, ну там же рай! 45 минут, у меня 5 минут. Так я прошел! At the gates of heaven, это же все. You, proud and hopeful. But remember, every trial, every moment of despair, it was all my orchestration. You may have survived, but the game never truly ends. Расчехлил. Сейчас еще штаны снимет. Разработчики. А я еще не прошел. Мне еще добежать. Нормально, у меня еще 5 минут в запасе остались. Больше он, значит, не сдался. Ну, понимаешь, если бы я где-нибудь упал, то все. Эти 5 минут бы просрались, как нихер делать. То тем более 4, уже 4 осталось. 4 минуты. И бите. А, я еще не прошел, мне же еще надо отдаться. О, да! Climb faster! Да! Да, стяга, залутано. Тайм 1 час 46 минут 16 секунд. Submit, Ratchet и New Journey to the top 10 completed. Ну, здесь типа предыстория. Ну, как предыстория? Это либо такая концовка неудачная. То есть я не знаю, что надо сделать, чтобы она была удачной. Возможно, такой нету. Но здесь типа все превращается в чертей. И вот этот рай тоже нифига не рай. И тут опять эти камни. И все не весело, короче. Ну, возможно, это закосик под продолжение вторую часть. Ну, хер его знает, разработчик, красавчик, пили еще. Мне понравилось. Все, всем спасибо, кто был. Всем спасибо всем, кто болел за меня. Всем спасибо тем, кто хотел, чтобы я пизданулся в самый низ и забил хер на эту игру и ничего бы не добился никогда в жизни вообще. Всем спасибо, короче, всем тем, кто особенно досмотрел до этого момента. Если ты досмотрел до этого момента без перемоток, во-первых, как тебе моя бабуинская голова? Как тебе жопа бабуина в виде прически? Это напиши об этом комменты. Дальше, как ты это сделал, сука, скажи, как ты это сделал? Как ты вместе со мной этого дотерпел? Меня тут чуть 3 раза чуть инсулин не хватил. Все, спасибо, все, удачи, все, все, пока.
И там будет очень, очень неприятный прыжок, потому в сравнении с тем прыжком эти кости вообще не представляют никакой угрозы. Бля, жизни, блядь! Ну это рестарт получается, хули там. Чуть бонусу, блядь, дала. Лечу сейчас тебе. Я не могу, блядь. Брат, понимаешь? Бывают в жизни такие моменты, когда ты просто стоишь и просто ненавидишь игру. Понимаешь? Я сейчас просто стою и просто всем сердцем ненавижу игру. Понимаешь? Ты можешь меня успокаивать? Ты можешь, так сказать, умиротворять меня? Я не могу уже здесь. Я не могу. Ты видишь, это сады. Это сады Придонья называется. Это блядское место. Ты не понимаешь всех моих мучений. Еще этот лифт, который надо самостоятельно толкать. И так каждый раз. И так ради того, чтобы опять за секунду всосать. Ты сейчас увидишь мой путь, который я преодолеваю. Рыбацкий рот. Ну ты же видишь, как я рыбачу. Я науживаю эту шпажку, этот желтый полососатик. Сука, тварь, собаку. Ну, кстати, помогает. Ну, то есть ты чуть-чуть просто напоминаешь, кем является мой главный герой. Грустный ебало, веселый, и я даже не успеваю отсюда их запомнить. И, в общем, здесь тоже запоминать последовательность, вот эта вся хрень. И нужно дойти до конца, я еще ни разу это не сделал. Я не могу здесь. Да ладно, нормально, нормально. Что давай, нормально? Поехали. Хочу я ехать, давай хотя бы потренирую память. Поехали. Ты можешь запоминать вот эти штуки за меня? Смотри, вот здесь таблички будут. Нет. Со смайликами. Грустный-грустный. Яйца, грустный-грустный. Давай. Нейтральные яйца. Будут яйца. Потом грустный-грустный. Яйца, грустный-грустный. Все, тут мы яйца. Прошли. Подожди, тут прошли. Ну, чтобы ты понимал, я здесь уже знаешь сколько раз? Вонючий. Это все я уже, типа, ну, спокойно. Воняет. Ну, я близок, кстати. Воняет. Но сейчас не надо расслабляться. Сейчас вообще не надо. Вот, пошли двери, сука! Веселый, грустный яйца! Веселый, грустный яйца! Я дальше не проходил! Я не хочу двинуть кони! Я кони двигаю! На, нюхай яйца, понятно. Нормально, нормально. Я отквернил богов, я сейчас за это докажу. Так, это что? Блядь! Такой тупой, блядь, ты же видел. Прыгай!